Да, все, я тут заезжаю, сейчас отмоемся. Не, не дропы, просто, может быть, это поможет некоторым Короче, людям. не верю я этим строителям. Надо бы к губернатору съездить. Да нормальный строитель. Ну, мне просто, я Нормальный переживаю строитель. тоже. Мне Ровно хочется, чтобы строитель. все могли смотреть, да. Чё, Как типа, бы они еще нам там там прослушку не ремонтируют поставят? все? Да не поставят, это ровные пацаны. Выборка появилась? Качество появилось, ребят? Вот, все, отлично. Я же сказал, надо было стрим перезагрузить. Возможно, отобрали, а сейчас, видите, вернули. Поэтому давайте там Люциферка, зовите этого Погнали-то, сука, Пашу скорее сюда. обратно. Иду. Зовите Пашу, если что, в Дискорде напишите ему, что выбор качества появился, а то он расстроенный прям. Не, хуйня полная. Да не, нормально. Ништяк. Чё? Чё? Вы про чё? Про его прикид. Ну, в принципе, нормуль. Ну, шорты не сильно херовые, Не, могу я шо, штукой. шорты нормуль, но вообще, если ты уж так легко одет, я бы носки снял. Не, носки-то вообще тупо нахер, это козырь мой. Так, ладно, я в стиралку, сейчас приду. Татуха, ты мне можешь психа бабки дать, которую мне обещал дать? Сколько он? 35 штук. Окей, сейчас. 35 штук. О! Так, отмыть деньги. Этот там в кабинете у нас сидит. Так, сейчас я запишу. Значит, ДБ у нас 10. Сколько там было? 10. Потом. 10 тысяч, короче. А Кент 15 тысяч. Сохранить. Так, взять из А ты бюджета. кто, Еще дядя? быть. А, Там главный, да, смысл? начальник? Гады. А, Не, нет. это второй. Это бригада, я понял просто. Тонкий, что ли? Жалко, вы не участвовали в операции Алло, Мача ВЛГ. А, Сигирмен. это да. Да. Что? Новенький? Новенький, говорю. Ко мне потом подойди, я тебе денег дам. Позвал Паш. Во, спасибо. А то расстроился человек. Ну, обидно же, да? Он так прям радеет. И проблемы. Ща. Держи. Слышишь? А. За вот этим надо приглядывать. Не ебу, кто это. Так вот Я я тоже сейчас не знаю. побазарю с Юки, узнаю. Юки! Ну вообще можно через окошко смотреть, как он стены моет. Как только он куда, мою сразу. Сортир, наверное, пошел отмывать. Ну там или в заднюю часть. Так ты там в сортире говна немерено. Такой нам сортир достался, ничего тут не поделаешь. Да. Кто-то бухал здесь просто. Было дело. Не понимаю, о чем ты. Да, я как Йоу, бы... ребят, привет. Здорово, Раби. Чё, как Да. самочувствие? Нормально. Жить будешь? Ну и самое главное. Слушай, у нас тут, короче, парни ремонт устроили. Говорят, у нас тут все рушится, стены, Вроде потолок. сделали. А чё тут Ну, вообще? короче, вроде как губернатор Ну они послал все перевезли. отремонтировать все старые здания. Вот. Там в кабинете у нас уважаемый какой-то ходит. Вроде как чинит, но на всякий случай присматривайте за ним. Мало ли, что он там нам напихает. Только я взял выходной, шпрот вышел. Йоу, Совпадение а не где думаю. распоряжение от губернатора о Но ремонте? мы просили, они ломались. Мы вот сейчас ждем. Вообще, губернатор не на Поехали к работе. губернатору. Так он не на работе. Его вроде нету пока. Мы написали в Твиттер, ну хз. Ну да, ну да. Это пальто вообще.
Так, ну оба они на улице, да, у нас один только в офисе сидит. Ну вот за ним посматривать надо, чтобы он нам там не напихал багов. Не-не, вон второй, вон там. Где? А, вижу. Вон, вон. Пускай там смотрит тоже. Дэшпрот на самом деле нормально играет, ребят. Ну, просто у них вышло недопонимание. Против жучков штукой. Я не буду говорить, кто там прав, кто виноват или еще что-то. Да, да, надо будет посмотреть. Спасибо за фоллоу. Просто, ну, Шпрот на самом деле, он умеет РПшить. Он забавный, он веселый. То, что они не поделились с Игорьком, ну, бывает. Мы вот все не делим между собой. У всех подгорает. Ну, короче, я думаю, на Воробье задача следить за этим хером. Ну да, он тут постоянно. Сегодня, кстати, это... Там, на первой серии Хаоса люди были. Какие? Кто? Левые. А, хер знает. Вроде GB знает, но он что-то вон там завис. Ну, короче, один из них был гонщик, а двух других, я не знаю, на мотоциклах какие-то. Угу, угу. Ну, мы это посмотрим, посмотрим. Я спугнул. Мне лично весь этот терпе кипиш по душе. Ну вот, вот. Ну вот, Паш, видишь, качество починили, все нормально. Вообще претензий к другим стримерам нет, не парься. Не-не-не, я надо просто... придумать, что ли, все? Я за, как за правду, так сказать. Да-да, сейчас придумаем. Сейчас, погоди. Так, ну вообще я бы не оставлял сервис, конечно, без кого-либо, поэтому Воробья оставляем тут. Ну, понятно. Так, я сейчас подойду, короче. Да, давай. Туда-сюда носится. Машину перекрасили, кстати. Стекло мне кто-то разбил. Чё, суки? Совсем, что ли, страх потеряли? Мне стекло бить? Ребята, вы попутали. Слушай. Ну? А вот того третьего челика, то, что в кабинете, я его раньше с ремонтниками-то и не видел. Так я тоже не видел. Новый, говорят. Вообще. Они сами говорят, что он новый у них. Он спец говорит, какой-то. По уборке снег убирал, типа. Но я что-то не видел ни разу, чтоб снег убирали. Ну, какой-то так. Какой-то палево в натуре. Начальник вон ручается. Ну, посмотрим. Пускай. Так, господа, вы случайно здесь не видите никого лежащего на земле? Да вроде нет. Нет, это вам к доктору нужно сходить. Понял. Обколются своей травки и призраков видит. Че мутить-то будем? Да вообще, я бы не прочь грабануть кого-нибудь, если честно. Даже если нас поймают. Срать я хотел. Я хочу экшена и денег. Хочу ограбить кого-нибудь. Но вообще я боюсь, потому что это группа Альфа, конечно, это такой лютый пиздец. О, сейчас подожди, Мисага от кого-то пришла. Клиркоп, привет, нужна твоя мама. Ага. Это, ментенок наш фиолетовый пишет. Чё-то хочет. Ментенок фиолетовый? Ну, сиреневый, который. Я понял. Да-да, который нам ну, это, давай, инфу словал. Клэр вроде зовут. Я ее сиреневый называю. Может, тоже сиреневый называть. Да, точно, Клэр. Фиолетовый. Ну, давай, скатаем, где она? Ну, сейчас, подожди, она только написала, нужна твоя маленькая помощь. Я спросила, что? Сейчас ответит и решим тогда. А, так может, она тебя хочет? Короче, она пишет, чтобы получить премию, мне нужно выписать 3 штрафа, один есть. Слышь, ну чё? Так, ну, поехали, блядь. Она потом бабу отдаст, а? Ну, я думаю, мы порешаем, штрафы, возможно, небольшие. Короче, поехали мимо ПД, промчимся на полной скорости. А чё там задумали-то? Ну ты и отпиши хотя бы, что мы сейчас промчим. Да-да, сейчас предупрежу. Чё за план, народ? Да фиолетовая там что-то хочет замутить премию себе против 2 штрафа. Сейчас намутим. Мы это любим. Слушайте, а кто следит за этим пидором? Ну, в смысле, уважаемым уборщиком в нашем офисе?
сейчас никто. Ну плохо, конечно. Юки за ним следит, Юки следит. А, окей. Юки, это Макарь Иванович, что по вообще нереальный. Не, ну если JB решает. Телочку подцепил. Чё? Проси там у него, он телочку подцепил или нет? Юки! Да. Да я уехал, мне кое-куда съездить надо, я на велике тут тупо катаюсь. Короче, мимо ПД промчим, пускай она нас ловит и выписывает штраф. Ой, прости. А чё-то нету её. Мне Юки написал, что он хочет со мной побазарить после работы и рассказать про планету Нибиру. Значит, ну, ценное расскажет походу мне. Сюда, воробей. Добрый день, мэм. Добрый, сэр. Что ж вы нарушаете-то? Как вы так вот умудрились там нарушить там проект? Ой, не знаю. Соринка в глаз попала. Соринка в глаз попала, не увидел. Думал, еду нормально, а... Да, вот ненормально оказалось. Так нельзя. Ой, простите, извините. Мне придется... Телочка, я нарушал 150, ехал. Ой, какой плохой человек. Нарушайте закон. Штраф нужен? Да. Ай-яй-яй. Что, она выписывает там уже штраф? Печаль. Да, выписывай мне штраф в натуре. Я нарушил, я хочу быть честным. Конечно, да. Игорь подключился. Да. Ну да, он бывает без стрима играет. Конечно, я выпишу вам штраф. Смотри, я еще на встречку заехал. Вообще, ой, подлец. Бля, я бы даже, наверное, посадил бы. Но мы, я думаю, штрафом отделаемся, да? Не, ну штрафом отделаемся, йоу. Угу. О, вы получили, да. Вам выписал штраф. Нормально. Вы за встречный полз, понимаете, штраф? Я еще 150 ехал в городе, йоу. Негодяй, подлец. Все, я могу быть свободен, мэм. Да, сэр, вы можете быть свободны. Да. Простите, извините, каюсь, больше нарушать не буду. Да, конечно. В скобочках нет. Конечно. Ты новую машину купил? Ага. Да, массакра. Он перекрасился. В смысле перекрасился? Красава. Ты что, не видишь, что ли, блин? А, точно. Это же массакра, еб тебе мать. Ну, это другая машина, хорошая. Ну, поехали, погоняем еще. А, вы не слышали этого офицера. Да, всех жду в ЛСК. Еду. Штрафы, короче, она нам выписала, все нормально. Окей. Как говорится, услуга за услугу. Мы ей, она нам. Что-то херово на работе, как раз нас подговаривает. Ну, так-то здесь более-менее адекватные жители, кроме нас-то. Ну, не знаю. О, мне раму надо перекрасить. Она фиолетового цвета. Мне это не нравится. Я в ЛСК. Сейчас я раму перекрашу себе. Еду. Ты зайди пока в офис. А, там же Юки следит. Все нормально. Да. Дополнительный цвет. Так, красный. Вон, от какой-нибудь. Вот такой пойдет. 825. Ядрить, мадрить, блядь. Любая деталь требует бабок. Я чё говорю, может магазинчик какой-нибудь возьмем хотя бы, а? Ну, банк-то цыкодно. Ну, можно. Если люди начнут набирать количество слотов увеличится, то они не будут тебе штраф писать. Да мне знаешь, сколько штрафов этих выписали уже? А можно, кстати, знаешь, что этот банк, который в этом, на западном шоссе? Ой. На западном шоссе. Да, на западном. А вы не видели случаем в городе? Хадсон не был сегодня? Хадсона не... Просто если его нет, то это облегчит наше, так сказать, дело.
Можно бы попробовать? Я сегодня видел только... я видел девочку, вот эту с фиолетовыми волосами, и еще одного чувака, который злобный. Рыжий, что ли? Да нет, лысый там, второй такой. А, детектив, да, который? Хер его знает. Ну там два лысых, капитан и детектив у них. Ну да, да. Ну вообще можно. Слушай, ну, если ты говоришь, что вы там на хаусе сидели, то это... Скорее всего, Хадсон в городе, наверное. Можно, Джибет, можно попробовать. Хадсон в городе? Не в курсе пока, сейчас гляну. Давай. Да нам не важно, в принципе, в городе он или нет. В любом случае, если даже Хадсона нет, ПДшные копы не успеют доехать. Спит еще, походу. Вот, нету. Принято. Принято. А, и у меня же есть. Президент в игре. Кент, Клеркоп. Слушайте, ну что, можно попробовать, в принципе, магазинчик какой-нибудь, чтобы без особых затрат. Только надо план придумать. Так, магазинчик, да? Сейчас я тоже карту гляну. Один грабят, двое смотрят. На трассе выехали, смотрим, когда копы будут. Если что, сигналим. Пошел. О, слушайте, помните наши первые, когда мы только еще через вызовы общались, нам запретили это делать? Но... Ну так-то план хороший был. Один сидит на шоссе, и как только, соответственно, видит, что едут копы... Двое сидят с двух сторон. Не-не-не, погоди. Нам нужно в этот момент начать грабить вторую точку. Вот в чем вопрос. Поэтому один грабит, грубо говоря, сейчас, к примеру, берем Палета, двое сидят на шоссе, палец с двух сторон, и четвертый палец, соответственно, внизу, пока они все уедут наверх. И начинает ограбление внизу. Ну, как бы план самый простой. Вы уже в городе? Ну да, ну да. Это самый простой план, мы его тестили, но нам тогда по шее дали. Игра вылетела или трансляция вылетела? JB. А? Как насчет грабануть? Кое-что. Всегда за. Давай-то подъезжай, когда скачется, обсудим. Ну да, подъезжай, это понятие растяжимое, конечно. Давай заберем. У меня тут велик немного этот решил, да. Ну где ты, Ниги? Покупать решил немного велик. Да ща у меня тут одно дело не закончено, а если я сейчас подкончу, короче, пацаны. Ну давай. Пойду покурю пока тогда. Давай. Так, ребятки, я на 2 минуты перерыв. Сейчас вернусь, никуда не разбегайтесь. Да, курилки сопливые. Сплошные. Так, я тут еще.
Ага. В общем, начальник, там все первичную обработку сделали, но там надо еще подождать нам. Не можем мы пока это самое долбить там. Все мягонько пока. Скоро вернемся. Ну как скоро там? Через полденька подсохнет, так приедем. А, я понял, да, не вопрос. Мы поняли. Будем осторожны. Все, осторожней. Да-да, там осторожнее, где мокро, очень крайне осторожно. Желательно вообще не ходить, все, конечно. Да-да, рядом будем ходить, обходить будем. Хорошо, да, добро. Ага. Короче, они говорят, первичную обработку сделали, просят не ходить по свежему цементу. Понял. Глянь, Дискорд сообщат. Ну вот сейчас вообще не до этого. А где наш друг? Ну чё, тачки намутим левые? Да понятно, надо переодеться еще будет. Мы уже переоделись. Я пойду... А, шустрый, я поехал переоденусь тогда. Так, что у нас есть? У нас там что-то есть, по-моему, интересное. Ну и заодно я машину оставлю тоже. Вообще, конечно, вариант на мотоциклах, но это стопроцентная тюрьма. Короче, по поводу банка, у меня штука тупо нереальный план, пацаны. Давай. Сейчас я приеду, все расскажу. Сейчас я переоденусь, тоже приеду. Давайте. О, машинка есть. Нормально я тут припарковал ее. Да ёпта мать. Гардероб. Так, что у нас есть вообще? О! Прекрасно. Все, шмотки сменил, сейчас буду. Я тачку надыбал, тоже сейчас приеду. А, еще тачку надо, точно. А, тачку, да, сейчас возьму всяк. Заедь на парковку, там один, короче, мажор ставит хорошую тачку обычно. Да вот, у меня тут рядом хорошая стоит. О, нихера себе. Нет тут ничего подобного. Йоу, как тебе тачило? Нормально. Палево, конечно, дикое. Это что за хер? Ты кто такой-то? Я борец с преступностью. И? Убегай. Беги туда. Беги. Ты Игорёк, что ли? Больше не будешь крать. Йоу, татуха, ну чё там? Слушай, тут какой-то борец с преступностью, короче, не дал угнать мне машину. У него ракетница в руках, пацаны. А вот ты не поверишь, где я сейчас этого борца видел, нахер. Ну-ка, расскажи. А ладно, забей. Мне, наверное, показалось. А ты где? Я только что взрыв слышал. Да я тут, в горах. Слушай, подкатывай к нам, у нас тут точило стоит. В горах нормально. Кайфую сейчас тупо, пацаны. Я просто решил развеяться, поехал в горы. Короче, я это, в ЛСК приду скоро. Да, ща, я уже тачку решаю. Нет этого Супермена я вокруг? Нет, она такая же. Тупо такая же. Да я вижу. Ну, а прикинь, все на одинаковых точилах. О, копы проехали мимо. Ну да. Там копы куда-то помчали очень быстро. Он в ноуклипе. Да я знаю, что он в ноуклипе, ребят. Ну чё вы...
Я чё, первый день родился, смотрите. Смотрите, Супермена нет вокруг. Если чё, есть зачётная тачка. Да я смотрю, чтобы Супермена рядом не было. Типа без палева. Слышь, сирены около его ска. Я упал, пацаны. Коленку ободрал. Видимо, он обознался, это самое. Похоже. Ну что-то меня напрягать этот парень начинает. Ой, это я не туда. Он еще и не пиво придет. Ну, походу дела, это неграмотный борец с преступностью. Ребят, ну я предлагаю, пока к нам не приехали, валить отсюда. Ну как вариант, да. Погоди, погоди, мы знаем, где он, погнали туда, сейчас его надыбаем. Дадим. Давай, мы за тобой. Ахуя, что-то не отмечает. Короче. Я хотел GPS его отметить туда, он не отмечает. GB, ты где? Он упал. Погоди, он отсюда писал. Сирену слышите, ребят? Нет. А я да. О, ёб твою мать. Я говорю, он тут. Вот, мотай. Сейчас мы его надыбаем. Ну что, блядь, за кошки-мышки-то, ёб твою мать. Твою. Ой, я вижу его. На крыше, вижу. Лови этого блядского Супермена. Шокерами стреляйте, живой нужен. Да я бы в него попал, если бы меня воробей бы не сбил. Я обойду его, обойду. Он может спуститься только там, у нас. Мать Тереза, блядь, пойдем туда, к лестнице. Да вы с этой стороны вот смотрите, я уже отбегаю. Я сейчас залезу наверх. Я со стороны парковки, я не вижу его на крыше. Ой, ребят, у меня только ствол, я, короче, его пугать буду. Если чё. Ребята, вот тут нет. Так ебать, он Супермен, походу. Еще одна лестница. Ну давай, чекай. Я внизу около ЛСК смотрю. А тут, блин, тут воробей уже. Я обошел с парковки вообще, с той, которая там. Спасибо за фоллоу, ребят, спасибо. Блин, ну ты, конечно, даешь, нахера ты в меня-то врезался, мать. Слушайте, по ходу дела, грабить банк сегодня пососная идея. Ну да. Так-то можно и не то что сесть, а жизни лишиться. Привет, Вистонс, привет. Бля, да он с базукой, это вообще хана. Да. Ни тьмой ночной, ни светом дня, зло не укрыться от меня. Это из этого. Это из этого, как его называют? Блять. Теория большого взрыва. Видно его, нет? Нет. Вижу. А, кто это? В оранжевых штанах. А, нет. Он, короче, в костюме Супермена такой. Да. Ой, ёпта мать. Сейчас, подождите, уши заложило.
Бомба 20, 12:33. Спасибо, спасибо за подписон. Огромное спасибо. Прям не знаю, как отблагодарить. Слышу ракету. Бегу на парковку наверх пешком. Давай. Спасибо, я спасибо. Большое спасибо за саб. Очень приятно. Очень приятно. Прям неожиданно. Кто-то к нам приехал. Спасибо за фоллоу тоже. Это я бегаю. Да, там сабхайп в чат, все дела. Да Игорь это играет суперменом. Че, я голос его не узнаю, что ли, блядь? Я же с Игорем не первый день знаком. Это нет. Слушайте, может это Наташа вчерашняя? Я тоже так подумал, йоу. Короче, я на крыше, я не вижу никого. Вижу... Кента вижу. А, вас обоих вижу. А я с Тином, да, стою. Кто сигналит? А где этот хер в трико? Не видно его пока. Тачки наши вижу. Рядом копы, ребят. Ребят, я вам говорю, это Игорёк, поэтому не переживайте. Слушайте, ну что делать? Вообще страшно, конечно, когда за тобой с гранатометом носятся. Это, наверное, первый случай, когда я реально обосрался. Хотя нет, второй. Первый был, когда президента похитили. Ты про обезьяну сегодняшнюю забыл? Ну, обезьяна сегодняшняя, это вообще, конечно. Что за обезьяна? Да, короче, мы тусим мы такие, короче, вот в ЛСК. Вот где? Где? Беги к нему на крышу, воробей. Я снизу на крыше. Кто пса подарил? Люциферк, я бы подарил, но... Сама понимаю... Ёб твою мать! Я чуть с крыши не упал только что. Как же мне повезло, ребяточки. Ой, вообще. Вообще предлагаю держаться вместе, ибо страшно. Ну, он исчез. Мне кажется, он умеет летать. Ну не, он, видимо, летать умеет. Ну да, Супермен. Да какой нахер Супермен? Это комик-то, вы чё, ребят? Кто бибикает? Короче, я предлагаю спускаться. Он с крыши, наверное, вообще разбился. Надо снизу его глянуть. Опаньки. Опаньки. Прям в меня почти попал. От тебя? Я с лестницы спускался. С лестницы спускался на нижнюю крышу. Ой, горим, ребята, горим. Ребята, спасайте, ребята. Вон он, на крыше. Я катапультировался с крыши. Прячусь в ЛСК, в покрасочной камере. Пойду полечусь. О, машина моя тут стоит. Аптечка единственная. У меня аптечка есть, тебе притарабанит? Не, у меня была одна. Вот мне нужна будет аптечка. А кто мою машину поставил в покрасочную камеру? ХЗ. Вот мне тоже интересно. Но это вряд ли он. Кто ворота открывает в ЛСК? Не я. Бегу к тебе. Ребята, он около ворот ЛСК. Я прячусь в покрасочной. Бегу, прячься. Спускай. Захожу.
Вот он... Не-не-не-не, он не зашел, я его не видел. Антошка, мы в курсе, что Игорь может быть неуловим. Давайте рассредоточимся. Кен, ты где? Образуем треугольник, будем его ловить. Упал я, упал. В смысле, блядь? За лестницу не смог схватиться. Я на втором. Ой, Кент Руин. Да это не я. Ага. Восклицательный знак Кент, пожалуйста, в чат. Это тупые скользкие лестницы. У меня нет доков с собой. Вызовите полицию. Слушайте, а что если копов вызвать? Слышите? Алло? Да. Я говорю, может, копов вызовем сюда? На крышу он. Перед ЛСК. Там, где подъем наверх, на крыше стоит. Вижу его, вижу, уходит. Пошли к нему, обходи с левой стороны его. Он спускается. Бегом, он упал. Стоять! Он ехал на спорткаре. Он вообще бесстрашный, походу. В офисе его нет. И взрыв слышал. Так, я ща. Инвентарь. Пистолет. Выбросить. А чей суперкар был, на котором он уехал? Да ничей. Я поставил. Темной ночью ясным днем злу не скрыться при взоре моем. Пусть те, кто связаны со злом, падут, столкнувшись с фонарем. Ой, блядь, Игорёк, красава. Мне кажется, он псих. По-любому он. Но он, короче, такой прошаренный псих, я вам хочу сказать. Не такой, как наш? Не-не-не. Всем привет, ребят. Всем привет, кого не видел. Надень костюм механиков, если коп сюда приедет, то костюм будет спален. Да это я новый куплю. Это не страшно. Вы выбросили пистолет. А куда? Ёб твою мать. Короче, мне нужно в оружейку за пистолетом новым. А, не нужно. Чего ты там говоришь? Ничего не говорю, все нормально. А, окей. Вижу воробья. Ну, я рядом с воробьем. Да, я тут через дорогу, если что. Ну, давай, приходи сюда. Ну, он вдруг к вам подойдет, я прям отсюда бомбить начну.
туман странный, ни хрена не видно. Короче, я на крышу больше не полезу, ну нафиг. Так, ну ладно, что делаем-то в итоге? Грабить он нам не даст. Ну, можно на него, можно охоту, начать. Бля, ну, да как за ним охотиться, если ну, он смотри, летает, сука? Как за ним охотиться, так на живца. Мы пойдем грабить, а он за нами. Или о, сейчас за тачками поедем. Отличная идея. Едем в магазин, Кен грабит и ждем, пока он придет. Огонь. Так, нам нужна только тачка нормальная. Да любую вообще, желательно четырехместную, вот, чтобы да, вместе да. поехать. Так сейчас. Это двухместная. Вон он бежит, за ним, на крышу, блядь, за ним, сука, ёб твою мать. Бежим. Сука, я его догоню, убью нахер. Какой он быстрый. Ёб твою мать, блядь. Открылся этот. Оббегай, ОСК, с другой стороны, оббегай. Да мы рядом все, уже поздно. Он на стоянке, блядь. Его нужно зажимать, ребята. Он в ОСК. Видите его? 100%. Пошли ВСК туда. ОСК внутри. Покрасочную откроете? Я слышу. Да. Сука, да как так-то? Он же здесь был. Блять, я ж слышал, как ворота открывались, мать твою. Может, он в другое ЛСК пошел? Вниз туда? Может, у нас массовый психоз? В офис заходим. Ищем его тут. Везде ищите, по всем углам. Сука, да не может быть. Ну, походу, блядь, может. Это мистика, сука, какая-то. Да не то слово. Игорёк сидит в рацию, подслушивает за нами. Пойдем на улицу тогда. А, вы там, наверное, да, уже? Да. Да офис они глянули вдвоем. Вы же офис просмотрели, да, вдвоем? Да. Ребят, стараемся образовать треугольник, чтобы зажать его. Он бегает, он не летает ни хера. Ребят, вы же поймите. А вдруг летает? Хер его знает. Бля, ну тогда затащим его на крышу и проверим, как он летает. О, плюсую. Слушайте, ну короче, он по ходу дела как магнит на преступление работает. Может, тачку какую попробуем угнать? А он тут как тут? Да, я же говорил об этом. Ну давайте сейчас я украду машину какую-нибудь. Так что ты один украдешь? Он тебе сейчас с ракеты в лоб пулинет и все. Надо, чтобы мы все втроем были. Тоже пошли верно. На парковку, на какой-нибудь... Я придумал. Нам нужна открытая местность, чтобы он никуда не свалил, чтобы некуда было спрятаться. Может, на пляж? И там начнем воровать? Вообще идея, там прятаться негде. Да. Погнали. А где ты там воровать-то будешь? Что ты там воровать-то будешь? Песок, что ли, с пляжа? Машины. Берем свои тачки, наверное, и гоним. Да вот еще, чтобы этот хер мне тачку взорвал. Да, пока очень. Не хочется. О, слушай, кто уезжает? Это я. Она двухместная у тебя, да? Да. Садись. О, ракета! Ёб твою мать! Тебя попали? Медика! Твою мать! Переборщил, Игорёк. Но красиво было. Вылезай из тачки, он по тачке сейчас... Красиво было. Сейчас бы невидимого чувака в открытом поле плавить. Он видимый. Вызвал копов? Нет. Ты как, татуха? Ёпта. Живой. Медиков. Живой. Я копов вызывать?
Не надо, медиков зови. Медиков да, не надо, копы. Сами. Нахуй нам копы, сами разберемся. Вот как раз такой контент лучше и не стримить. Что творишь-то? Ой, вы меня уже запарили. Йоу, йоу. Что с ним? Чё сбиваешь-то? В него, ну типа, ну как тебе объяснить, братюнь, слушай. Подскользнулся, короче. Это... Ушиб голову чуть-чуть. Не, короче, ребят, он типа прикроет, если чё. У него чуть-чуть ногу задело взрывом. Только надо, чтоб ты не сообщал. Отойди. Вон он, сука. Отойди. Лови, падлу. Я за ним, я за ним. Ребят, я уже спать собирался. Мы учтем. Ну это я хз. Татух, погнали пешком. Йоу, спасибо, только не записывай, пожалуйста. Он сказал, что он спать собирался. Все нормально. Это вот чё? Вот он. Это чё? Вот он. Ты чё творишь? Йоу, простите, пожалуйста. Да случайно, да, короче, тормоза плохие, серьезно. А, идиот. Да, да, да. Ну сейчас мы, короче, починим мотик, извините. Ну ситуация, конечно, такая. Да, 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 можем без копов обойтись, да? Нормуль же будет. Сейчас починим мотик, все нормально будет. Отгоним вон туда, вон там, вот, прям мы и работаем там. А? Татух, смотри по сторонам. Кент, уходим на всякий случай. Не стойте вместе, я одна ракета и всем пиздец. Я и говорю, смотри по сторонам. Татух, это зачем ты томатный сок разлил? Выросли ли птенцы, что? А, ну да, да, да. Че, он уехал, что? Нет. А, они поехали ремонтировать, да, вижу. Ну где этот хер в трико, короче? Да вот здесь был, он вот сюда вот убегал, вон вот сюда. Мать его, кто-то угнал твою тачку и сбил чувака! Кент? Да. Да. Слышишь, а ты помнишь, на опиуме видел чуваков, а как ты понял, что это гонщик был? Ну, так я, ну, его, так видел я его видел сегодня, сегодня он сегодня в ЛСК заезжал. Я знаю, и ты прям на 100% уверен, что это был гонщик? Угнали. 100% машина его стояла, ну, я машину видел. И он сбил того чувака. Вот сука, яйца отрежем. А этот чувак на мотоцикле, он же штусовался рядом с нами, помните? Следил за нами в Сэнди Шорс. Не факт, не факт. Вон еще кто-то на мотике проехал, кстати, возможно он же. Садись, садись, кто-нибудь. Догоним сейчас. Езжайте, я тут буду. Игорек чуму творит. Ой, что-то спина побаливает немного. Чуть-чуть совсем. А, мотоцикл около СК. Что за херня? Кто на красной тачке был? Вообще тачка моя, но был не я. Мы вот сами как бы отправили ребят в погоню. Так что я не могу ответить на этот интересный вопрос. Мне тоже интересно, кто спер мою машину. Ну чё, где этот пидор? Вообще офигеть! Ну чё, давайте отремонтируем мотоцикл. Да... Опа, опа! Вон он, клаксон! Моя машина! Гони за ним! Вон он. Сука, я свой клаксон узнаю за километр. Короче, вы на мотоцикле и на этом самом. На машине, а мы пешком. Слушайте, ребят, посмотрите, а Игорёк в чате вообще, нет? Напишите собака Игорь КХК. Мне просто интересно. Если он в чате, передавайте привет ему. Короче, если слышите клаксон такой... Это моя машина. Это мы поняли. Нет, нет его в чате. По
понятно. Шифруется. Он, походу, начал уезжать от мотоциклиста. Мотоциклист там резвый. Да-да, я видел. Да-да, наверное. А, пацаны, заберите меня на это пизда, я на трассе. Я без машины, мою тачку угнали. У меня тоже машины тут нет. Воробей-то забери его, мы тут побудем. Я заберу, где ты именно? Вы сможете меня на... Бля, я опять забыл цветную карту поставить. Да, я заберу, объясни. От казино трасса. Цветную карту надо поставить. Еду. Джиби, у нас тут проблема небольшая. Да слушай, не, я а прям какая, прямо возле казино. Какая длина, ну, расстояние выстрела у тазера? Ладно, я до казино набегу, все, забей. Ну, давай, достаточно недалеко. Да я за тобой всего... заеду, все равно твоя помощь проверить? Там будет. А, сейчас проверим. Он на GB сидит, вон там говорят. Кент, ну ты, да. Короче, на 100% уверен, с вот этой, что это был гонщик на опиуме. Да 100%. Да 100%. А остальные кто не видел? Нет, не видел. Ну, отлично тогда. Ну что, удалось поймать? Мужик, скажи, что ты застрелил его, а? Да там какой-то чувак с костюмом Супермена. Ехала тачка передо мной и спалилась. Я не знаю, что за херня была. Может, у меня уже помутнее из-за того, что меня сбил. Во-во-во, ну, я и говорю, я и говорю. Не-не. Супермен какой-то. Татух, Татух, подпрыгни. Слабо. Я тебе починю мотоцикл за наш счет. Так-то мотик, конечно, огонь. Пусть те, кто связан со злом, падут, столкнувшись с фонарем. Терроризируют. Ты видел, да? Ты видел? Че я видел? Сообщение. А, да, 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 он уже писал такое. Второй раз пишет. Ты видишь, где он? Я вижу. На карте. Я тоже. Около великов. Ну смотри, вон машины есть, мы можем сгонять. Тачку слышишь? Ты это мотоцикл проехал. Я деду Бобу машину протаранил. А он меня отпустил. Прыгни и садись в машину. Гони. Короче, он находится в велосипедный магазин около масок на пляже. Ехать. Думаешь, вдвоем это здравая идея? Да насрать, я поймаю. Я просто боюсь, он опять свою эту ракетку пустит, и нам хана. Надо подбежать в упор к нему, если пустит, взорвемся все вместе. Ну это да, но мы тогда и с тазером можем попасть еще у него. Вы старайтесь к нему в упор подбежать, он в упор не будет из ракет стрелять. Но он очень быстрый. Ну он же стримы смотрит, вот и заманивает нас. Машину свою вижу. Опа! Да подожди! Куда ты вылазишь на полном ходу-то? Ты же остановился. Ну, сука. Видишь его, нет? Нет, не вижу. Ты посмотри, что он сделал с моей машиной. Ёб твою мать. Да я вижу. Я
Я говорю, у Кента на стрим сидит. Да пускай сидит, какая разница, ребят. Он у нас в рации сидит. Ага. На эвакуаторе разве что. Восстановление не подлежит. Блядь, чё, ну... В смысле не подлежит? Я всё, блядь, восстановлю. Не подлежит. Ишь ты. Чё, пешком ходить, что ли, буду? Слушайте, ну если тачка взорвалась, значит он где-то рядом тут был. Вон он! Он украл тачку! В смысле, это он проехал? Я думал, это воробей ехал. Серая, которая около ЛСК стояла. Да мы на ней, да мы на ней приехали, алло. Да я думал, это воробей приехал, ёб твою мать. Украл тачку! Но мы его не догоним пешком, хуль ты бежишь-то, по сути. Да, тазер говно, конечно, на расстоянии. Вон, вижу машину белую, можно ее взять? Эту? На ней вообще никогда не уедем никуда. Ну это лучше, чем пешком, а вон справа есть. Нормальная красота. Да-да, справа. Следи, чтобы рядом никого не было. Я слышу, он едет, видимо. Джип видишь? Ну, это, скорее всего, гражданский. Ломай машину, чё встал? Смотри по сторонам. Сейчас Ева охереет от сообщения. Я, говорит, закончил смену, чё у вас там? Я говорю, мы ловим Супермена. Мы по пляжу ездим. Слышал? Да, возле меня. А ты где сейчас? Возле мотоцикла. Да, кто съел? Вы на красный, да? Да. Слушай, поехали. Поехали к ЛСК, он приедет к нам в любом случае. Опа! Гони! Объезжай, зайдем со спины. Да нормально. Давай налево, пошли ловить его. Как ты его поймаешь, что он сейчас ракету у нас пульнет и все. Я сейчас застрелю. Ты высаживай нас недалеко от этой вышки. А, принял. Стой тут, короче. Вон он. Пистолет, наверное, не стреляет с такой дистанции длинной. Он спрыгнул. Спрыгнул. Бежим, на него бежим. Слева, заходи. Нет его. Захожу слева. В смысле, блядь, нету? Нет, и все. Он нас заманивает, ёпта, ребят. Так я и говорю, поехали в ЛСК, сам нас найдет все равно. В ЛСК вообще мы там ничего сделать не можем, но хотят... А что мы можем здесь, на открытой территории ловить ракеты в машины? Ну тоже верно. Давайте, ладно, садитесь. Три. Беспредельщик с грандометом — это Игорек. Играет Супермена. Борец с преступностью. Спасибо за фоллоу, ребят. Ты, кстати, GB-то забрал с дороги, нет? Да, высадил возле Муса, мне он пошел с мусачки играть. Нормально.
Вот это сука, блядь. Вьетнам он нам устроил. Мне теперь неделю машину чинить, блядь, из-за него. Чё, поможем? Чё, поможем? Короче, сиреневая сейчас приедет к ЛСК. Она уже там. Я буду в ЛСК скоро, да. Давай, у нас тут веселье в самом разгаре. У тебя ствол есть? GB. Че это за тачка красная? ХЗ. В смысле ХЗ? Кто это такой? Не знаю, сейчас глянем. А, это GB, ёб твою мать. Привет. Сейчас ты увидишь. Сейчас ты все увидишь. Ты не думаешь, что я псих там, или я обкурился там, или еще что-то. Вот эти два человека подтвердят мои слова. Да это жуть какая-то просто. Ребят, только не стойте рядом с друг другом, я прошу вас. Да. Почему? У него, короче ракетница. Псих в трико стреляет из нас из ракетницы. Прикинь. Охренеть. Так. Сейчас я очки одену, подожди. Сирена. По-моему, к нам и едут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, а чё с копами-то? Пофиг. Ныкайте. Пазни. Здорово, что произошло? Здорово, хер его знает. А кто вызвал-то? Не стойте рядом, пожалуйста. Да, не стойте в кучке. Лучше кричите, стойте. Мы не знаем. Какой-то псих стреляет тут из ракетницы в нас. Это, короче, ужас. Где? Да знали бы где. Знали бы где. Далеко бегает. Здорово. Что тут происходит? Тут вызов был какой-то странный. Кто из ракетницы стреляет? Слушайте, мне такое ощущение, что они обкурились, и есть такое мнение. Да в смысле обкурились? Мы совершенно трезвые мы. Но вы смотрите почаще по сторонам и на крыше, бля, и увидите сами. Тарь, что тут будем делать? Я ничего не вижу пока. По-моему, нас наебывают. Это же мы вас точно наебывать не будем. Да, нам делать нехера, мы тут толпой собираемся. А это да, но, сука, у меня есть желание сломать кого-нибудь ебало просто. Во, видите, дверь в ЛСК открывается, Вот видите, видели? А нет, никого рядом. Что за бракобес, ёл? Так я и говорю. Сука! Сэр, выйдите. Может, вам не полицию, Госбастерс какой-нибудь вызвать? Да хер его знает, это Супермен какой-то, в трико, короче, с ракетницей. Кого? Она сама не открывается. У нас двери открываются на датчик движения, значит кто-то рядом ходит. Я не буду тут стоять, ну нафиг. Да, валим отсюда. Куда вы валить собрались? Из ЛСК, потому что там очень узко, и там будет больно, если ракета попадет. Чё-то копи как приехали внезапно, так внезапно и свалили. Да они погнались там только что этого капитана, это самое, ну сбили. Да? Смотрите в чаще на крыше. Чё творится? Супермен или в городе летают? Чё тут вообще? Можно дословно объяснить вот теперь по порядку? А то старого хрен помнишь. Я не знаю. Я приезжаю сюда типа починить машину. Вот. Допустим. Так, приезжают они и говорят, тот чувак красный в трико бегает в красном трико и взрывает ракетницу. Не было про красного трико. Было просто про трико. Да почему же я не помню. Про трико. Ладно, все, извиняюсь. Не так поняла. Давайте сука, подальше. Что у вас двери? У вас дверь сломалась, я не пойму. Так я говорю. Это херня какая-то непонятная. Вы что думаете, мы вас наебываем? Я, конечно, перед этим просто видела телефон в воздухе, но все, это вот такое. Идите, вот, все, стоим тут.
Телефон в воздухе она видела. Слушайте, ну мастера Офшель вызовите, может они дверь посмотрят. Так, сейчас заключение. Она понятна. Да мы сами мастера. Не, ну тут есть эти работяги какие-то нам участвуют. Работяги второй день не могут крышу починить. Работяги уехали уже. Не, ну просто я в привидение, конечно, не верю, но... Бля, может охотников не привидение выделить. Не, но телефон висел вот здесь. Я подумала, что это, знаете, вот бывает такое. Но я поняла, что это может быть не да, бывает. Вот это, да, и, бывает. Короче, какой-то супермен за нами бегает и стреляет нас с ракетницы. Вообще хана. Эго накал. А стрелял он по кому именно конкретно? По всем или по конкретным? Да он по мне попал. По машинам, по нам. По ребятам попадал. По Стивену попал, йо. Может быть это тот видимый танк, который потерял капитан? Че? Мне кажется, это херня. Кадет, база, ну, вы на связи, как слышно? Привет, только по мне не стреляли. Да, база на связи. Короче, в натуре пацаны к нам не просто не, так конечно, приехали не работать. Факт, что вы в городе тут балуетесь. Ну, я же говорил. Короче, но... походу у нас там жестко. Жестко. Установили, хер его знает. Там этому сараю попросили там типа поработать. И короче, там что-то походу поустанавливали. Ну, и ты же... короче, будут знать о каждом там... Старый, ну тут мистика конкретная. Там больше не общаемся. Да, считай привидение какое-то. Юки, чтобы он все новички проверил на всю херню, может, что у него поворот приехал как раз. Приехал. Да, мне кажется, мотать, он заманивает нас внутрь. Не. Охереть. Я предупреждал. У вас же все знакомые, вы всем доверяете. То есть. Я доверяю? Нормально. Да, это я в рации. Сказали нам. И за мной сейчас следили, когда я с ним базарил. Джейби, мы чуть не сдохли 4 раза. Уже. В смысле? В смысле? 100 раз сказали, тут из ракетницы в наш шмаляют. Короче, нам нужно сделать для отвлечения внимания, пацаны, чтобы копы ничего не поняли, глобальный ремонт нахер, тупо вообще. Ага, еще все копы сейчас вылазкают, за что. Ничего страшного. Не палитесь просто и все. Сделаем глобальный ремонт, капитан, разрешите ремонт, взять ветролет, чтобы использовать тепловизор для обнаружения поведения. Тут кто-то собачку сбил. Кинесика. Или мопс, мопсика. Че за хер? А вообще можно еще левую инфу давать какую-то, слышите? А, Джейби. Они думали, что все ништяк. Слышь, Татух, его же еще доктор видел. У нас еще один свидетель. Ну да, да. Во-во-во. У нас один пропал. Где? Кто? Стивен, где? Татуха. Эй, господи, тут я. Все. Прискакал. Я крышу проверял. Че, в натуре кто-то с ракетницы шмаляет? Да, тут какой-то, не ну знаю. Ну да, тебе 15 творится. Раз сказали ж. Че, мы врать что ли будем? Ну... Джиби там своими делами занят. Свидетель есть, ему некогда. Вот, смотри на ЛСК, смотри. Дверочка да поднимается, вот. Дверочка опускается. Подожди, ну туда сейчас кто-то зашел вроде, не? Там копы вроде зашли. Кто туда зашел? Нет? Да, дед на прицел взял. Пойду проверю. Тантуха, что за прикид нахер? Нормальный прикид. Ты куда собрался? Честно, немного сутенерский. Да, ой. Такое ощущение. Промолчу я, ну ладно. Да, тут кто-то в гольф собрался играть. Ты как будто бы на свадьбу, короче, собрался, понял, дуба? А может и собрался. А может и жених. Пусто? Ого. Расскажи. Я что-то пропустила? Ушей много. Так, короче, кадет, я тогда поеду, вы разберетесь сами, еще вызывайте. Экзорцист. Короче, ну я так понял, пацаны, нам тут ЛСК ракетницы разгромили, нам, наверное, нужен ремонт все-таки, да? Да, 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 да. Да, большой. Я сообщить так, надо. Это коп. Че коп? Ну, дверь открылась от копа, вроде как. От господина полицейского, извиняюсь.
Настолько далеко работает ваша... Нет. Ну, она, да, бывает. Нет. Не, она вроде от... Нет? Странно. Нет, она так далеко не работает. Хадсон там внутри? Нет там никого, я только что заходил. Вот о чем и речь. Почему ехал? Почему туда бег? А... Пусто. Розовый шлем. Да, блин, капитан. Да, я сейчас приду поговорить. Пошли к машине, скажешь, что мы ремонтируем. Чужую тачку. Да, ё, они все равно номера не пробьют. Педали? Йогой умею заниматься. Кентух, я вот нормально сижу, да? Ну так себе. Ну ладно. Ну, надеюсь, тебе коленкам не больно, а так окей. Ясно. Да ему другой кажется. Йо, мент бегает за нигером. Нормальный день обычный. Ну да. В принципе, ничего необычного. Да ема, блядь! Походу, это капитан кого-то ловит. Да JB и ловит, ты ж видел, ёпта. Стоям... Стоям бы, сука, говорит. Что сегодня происходит? День не тебя на фотик снять. Короче, я предлагаю перекурить. JB убегает от капитана полиции, ёпта. Фоточка топовая была. Вы там клипы делайте, ребят. Всякие фановые моменты. На фоне был, потом в Дискорд накидаем. Господи, сэр. Смотри, что творит, Вообще хана. Мне кажется, сейчас сиреневый пиздов дадут. За то, что она не помогла капитану. Позвоните им, чтобы он вернулся, будет хуже. Кому? JB, вернись. Да. JB, тебе все простят, может быть. А, нет, уже не простят. Его мотик за углом, скажите. Мотик за углом. Сейчас привезу. Не надо, не бери его, от отпечатки оставишь. Да уже я взял его, мотик. За угол заехал, покажите ему там за углом, мотик. Ой, можно вот сидеть вот здесь вот, знаете, на лавочке, как в этом, в театре, блядь, и наблюдать просто за всем этим трэшем, который происходит. Короче, сегодня. Короче, я приеду назад, сейчас добанзарим. Боже, ладно. Или, нет, только... Обычный дождливый день. Летают супермены с базуками по крыше. Нигеры, убегающие от копов. Даже прокатиться не дала, зараза. Хера себе там мотик валит. Ну и нормально, что не прокатился. Да я только сел на него, уже шлем напялил, она такая, нет. Курить мишени идем или нет? Вон он, наверху! Копом скажи. Где он сейчас? Ты видел? Вот он шмаляет по нам из базуки. Я это видела. Ой, минус лицо у кого-то. Жиби. Понятно. Уделал старика за всё. То! Не стойте рядом. Нормально, Джиби? Где вы его увидели? На крыше. Ага. Бля, как он туда забрался? В смысле как? Я же тебе говорю, он летает, блядь. Да не верю я в это. Что еще происходит, ё-моё? Окна. Да обычный день, супермены с базуками. Так, говорю, тише. А у меня тоже недавно было два снежка, я их выкинул. Стоять. Я выкинул недавно, у меня тоже пару снежков лежало. Ты был на крыше. Да. Я видел, как он туда забрался, блин? Туда же нельзя забраться. Это ж... Вы вызвали врачей? Каких врачей? Мы здоровы.
Так это GB, а GB. Он оклемается. А, тай. В отключке, а за бабло переживает. Че, выбил? Пойду это самое. Ну, в смысле, покурю, пока вы тут. Ты свою перекрасила, да? Ты аккуратней только. Пока я курю, я глух и нем. Ну да, ну да. Йоу, картина называется «Белый господин учит черного лизать свои ботинки, ебать». Что-то в этом есть. Я бы по-другому назвал. «Пиздец приплыли» называется. Так, ладно, сейчас я приду. Ну, я буквально 2 минутки. Пока никого не наблюдаю на крыше. Ну, пока-то нет. Мы... Сколько мы уже тут трёмся? Только один раз. Так он, может, на другой крыше. Он с той стороны был, мы его видели. К нам на крышу да. Залазил. Короче, хана. Мы за ним еще по улице бегали. А он бегает, гад, быстро очень. Даже нигер не смог его догнать. Опа, капитан с GB переживает, чтобы не намок. Не сбалил. Где у вас помойка, я не понимаю? Какого хрена мусор тут нет? Работники все убрали. Какая помойка? Отпусти меня, начальник! Ну я же приехал назад. Приехал, блядь, назад. Ну отпусти в натуре, я же сдаваться приехал. Туточки, мы. Все хорошо. Йоу, это. Мужик, а он вот. Я тоже в такой позиции застал, да? Застал, какой? В неловкой, да? Да. Это было очень громко, я знаю. Смеяться вообще над другом плохо. О! Ты тоже манекен? Я сегодня что, видел что? Манекена в магазине, он со мной разговаривал. Нет, я не псих. Господи, я думал, нет, ты... я не псих. А, козырная селфи. Селфи, да. Улыбочку, господа, вас снимает скрытая. Нет, камера. Джеймс, улыбнись. Пуся. Подождите. Мусора-сосай! Скажи сиськи, Джейби. Сиськи! Мусора-сосай! Мусора-сосай! Нифига ты быстро куришь. Да я сижу рядом с балконом. Джейби. Я вылез в балкон и все. Так, йо! Что-то у меня клава глючит, по-моему. Нормально там, да? О, слушайте, да, грузовик же белый был. Это что, солнце так падает на него, что ли? Что он розовым стал? Слушайте, мне кажется, он сюда не придет, потому что он, типа, борец с преступностью, а тут, типа, копы, и он поэтому не придет. А кто копа вызвал? ХЗ, не я. Так он же борец. Может, он и вызвал? Чё говоришь? Ход на себя сработал, дверь. Тогда странно, почему он не появляется. Не, она с такого... Смотри, с какого расстояния она срабатывает, иди за мной. Вот. Не-не-не-не-не. С такого расстояния она не срабатывает. Вот смотри, уходим. Ну-ка еще раз. Фейерверки прекратились. Ну да, да, сейчас так да, сейчас на меня. Фейерверки. Ну все. Сэр? Ведь я тебя и вправду уволил, завтра документы восстановлю. Ты... Что, сэр? Мадемуазель, можно вас на пару слов? Кто есть? Вы не могли так быстро передать документы. Надо Джейби помочь, походу. Все, медики, уля-улю. Я поняла, сэр. Я поняла. А позовите сюда полицейских.
Че, где, ну, куда? Сюда, наверх, сюда, на парковку позови. Наверх, наверх, на парковку. Ёп. Сюда, сюда, наверх, наверх. О! О! Капитан, капитан! На крышу поднимитесь, поднимитесь. Я слушаю. И чё я на крышу видеть должен, я не понимаю. Ну смотрите сами. Ну? Мотоцикл, да. Ну, это ваш? А чё он тут делает-то? Ну? У вас мотоцикл же вроде таких делает? Мотоциклов нету. Ну это шерифа мотоцикл. Что он тут делает? А где шериф? Вот сейчас и выясним. И номер, по-моему, не коповский. Линкольн 1 шерифу Хадсону. Мотоцикл, который на втором уровне ЛСК на парковке, кому принадлежит? Вам? Премию, наверное, лишь. Линкольн 1 всем сотрудникам. Кто взял мотоцикл крузер патрульный? Да понятно все дело, понятно. Он же, сейчас посмотрим, сидит? Сидит, сидит, родимый. Ладно. Мистика, да? Я вот это просто заберу отсюда. Полтергейст, мать его. Да как он сюда попал-то? Магия. It's magic. Тут же ж не Хогвартс, ёпта. Блин, попал по дороге, наверное. Кто-то... А при... Не. Да нормуль ты. Позвал вообще медиков, нету их. Охеренно, тупо лежу тут, кайфую. Клэр, а у вас же это, мотоциклы привязаны, да? Ну, к сотруднику номера. А, нет. В смысле, блядь? У них нет. Нет. У пасос. Кто из пасос? Ну, ладно, проехали. Меня сегодня, знаете, за что уволили вообще? В смысле? Тебя уволили? Ага. В смысле уволили, блин? Непонятно, мы же тебе меня премию уволили? Только что сегодня сделали. Меня, знаете, за что уволили? За то, что я обиделась на капитана. У него что, менструация, что ли? У вас девочка. Я вот тоже не понял. У копа, видимо, да. Это, не доеби, ну, в смысле, ну, ну ребята, короче, проблемы, наверное, в семье. Жучки, ее уволили. Ага. Забейте вообще. Она тут рядом сейчас или нет? Да. Джеби, я... Сами волосы. А, видно, да? Спасибо. Блин, да где все медики-то, ну лол? А что ты не замутишься, Олег, твой дядь? Да че вы прям все мутишь, мутишь? Че вы такие прям тропыги? Че там у тебя случилось-то? А нога? Коленку поцарапал? Воробей, слушай, за что ее уволили, я не понял. Так, ну как сейчас? Поцарапал. Что-то вообще не хорошо. Бред какой-то, ясно, да. Ну это хорошо. Это очень странно. Это подстава вообще. Я поеду за своей тачкой. Давай, да. Ну я, конечно, и упал нахер. Это... Может, чё тогда? Я не удивлюсь, что такого праздника, да вон, скажем, вон, вон, из этой мусорни. Вон на крыше, вон на крыше, да, на крыше, на крыше. Вон он, вон он. Что? На крыше, на крыше, да на вон, крыше сидит. На да что ж вы так что? Да мы не достанем тазером на таком расстоянии, даже не пытайтесь. Да. А чего нет-то? Нет? Вон он, ну, я могу его завалить сейчас даже. Где он? У меня есть лицензия, так что, но у меня ствола нет. Дай... Слушай, где у тебя есть ствол? Дай... Вон он спускается вон вниз. За мной. Так мы его с волыны стреляем или нет? Стреляй, стреляй его с волыны. Типа за то, типа что, за то, что он нам улыбал. Да за все хорошее. Не-не-не, живой нужен, вы че? В ногу, да, стрелять? Да, да в ногу стреляй.
Ты все, туда не беги, он опять улетел. Ну вот видишь. В смысле, куда? Ты не видел его? Поймаем его и бабок с него содрем. А мой чем? Я же паркурщик. Да ты же долбал, паркурщик. Да я нереальный паркурщик вообще-то. Вот он тут! Где? Вниз. Что там случилось? Почему стрельба? Он пробежал около пепельницы. Ну блин. Я сбил! Лови его, лови! Сбил, подрезал! Сбил. Погнали! Тазером его фигач, тазером фигач! Блин, ну как еще быть? Бля, он куда-то пропал, сука, за угол завернул и пропал. Вон он бежит, поворачивает. Блять, как объяснить? На парковку забежал КЛСК. Жить. Наверх. Наверх. Ребят. Парковка КЛСК наверх. Вот сука, он, я его увидел, и он запаркурил, короче, да, нереально. Охренеть, бля. А он прям паркурщик, тупо вообще нахер. Я вам отвечаю, нихера, я бы так тоже хотел паркурить. Я говорю, надо его в тиски брать. Опа. Да, не нахер. О, у кого-то минус тачка, пацаны. Это у нашей фиолетовой девочки. У масса. А где она сама? Кто заехал в ЛСК? Я. Короче, вызываем копов. Тачку взорвали. Да не надо никого вызывать, Вызывайте, нахуй вызывайте. Скажут, мы еще сами, блядь, взорвали, и нам... Да мы можем ее починить, что у нас тут функционирует куча? Ну, он буксируйте опять, он ее опять тогда. Исчезнет. Салон буксируйте тогда. Сейчас. Надо вызвать, чтобы они знали, что мы ни при чем. Так, блин, у нас свидетелей сколько, вон у нас и бывший коп тоже. Да насрать, пускай сами глянут. Я ее нахрен застрелю. И может где? Быть, может где быть, нахуй? может быть его. Ну, где-то он на крыше, наверное. Ну как Карлсон. На паркуре эту Я сейчас его просто укокошу. Где ты, блять, Карлсон? Давай я как снупер, то вообще позицию темной ночью. Я стояла на самом верху. Никого не было. Фонарем. Он фонарь. Короче, фонарь его называем. Офигеть. Уволили с работы. Машину взорвали. Это синий фонарь, видимо. День просто лучший из ней. Уволили с работы и машину взорвали. Красиво. Красиво. Вообще огонь. Да ладно машину. Нас тут взрывают из ракетницы. Да. Человек под именем Фонарь. Если зеленый он человек. Фонарь. Нет, он явно не зеленый. Он синий. Да ёб! Я на крыше. Хацан, ну ёб твою мать. Дедулик, ну какого хрена? Потише. Я чуть не сдох, ёпта. А, как нога-то болит, твою мать. А, там моя кровяша у тебя на фаре, ёпта. На тебе обезболивающее, на тебе. Спасибо. Давай. Вон, держи. О, аптечка есть у кого? Надо купить будет. Так что у вас тут произошло? В смысле? Все то же самое. Машины. Так. А, слушай, ребят, это... Кто может тачку посмотреть? Какую? Я могу, я гляну. Смотрите, короче, машину взорвали. Сука, кто? Как так? Ну как кто? Супермен с базукой. Чувак в синем трико с базукой стрельнул в машину. А мы тут стояли, разговаривали, он в нас целился. Это он не он? Не плачь, починим. Не он. Да твою ж налево, что сегодня за день-то? Починим. Выстрелы. Что? Выстрел наверху.
ты? Я стрелял! Тут голоса какие-то! Да-да, он мне около дома тоже предъявлял. Где ёбаный призрак? А чё за голоса? Очищать это место, значит, от нехорошей силы, но мне для этого нужно подготовиться. Давай, дед, проводи ритуал. Чёрты круги, диктуй правила. Так, давай. Я пошёл готовиться к обряду, значит. У меня сердце чуть не ебануло, ща нахер. Я чуть не прыгнул в натуре. И кто там бегает? Гонщик, что ли? Где? А, может, кентух, хер его знает. Как он, блядь, туда упал? Хадсон отважный чувак. Почти. Мне нужна помощь, пацаны! Ты где? Я упал с крыши. Не портануло. Ребята, тут розовый лимузин, Хадсон за ним поехал. Скорую! Розовый, сука, лимузин. Скорую, бля! А где ты лежишь? Во, пизде лежу! С крыши упал, говорю. А вон, я его вижу, да. Сок пролил томатный. Скажи, где ты лежишь, сейчас мы тебя вылезем. Да вот он тут на второй парковке на крыше. А, на вторую парковку пойдем. Че там? Все нормально, жить буду. Отдыхаешь тупо-то, дух? Да-да. Загораю. Пепельница, иди сюда. Чё-то такое. Вот тебя распластало-то. Паркур. Подскользнулся. Блин, сегодня вроде не полнолуние. Сок пролил, сука. Томатный сок пролил. Мне интересно, что тут будет твориться, когда Хэллоуин начнется, если тут сегодня такая беда. Пиздец, минус 2 литра томатного сока. Ой, вообще трешак какой-то творится. Обычно такое после часа ночи творится на сервере. Если тут взрывают машины, они воруют. Да ничего не воруют. Держите. Смотрела за это. Спасибо. Я сейчас фотографирую ваше транспортное средство, потом отдам Зое это все и будем вместе с ней работать над этим. Зачем с ней работать? Тут уже не поработаешь никак. Будем выяснять, действовать. Будем узнавать, какая взрывчатка используется, что, как, о чем. Нам уже не нужна помощь, да? Зачем я тогда... А, можете отойти? Вы тогда в кадр просто будете попадать. Конечно. Ну, какую машину тебе мне купить? Да восстановим. Перед тобой первоклассные механики Лос-Сантоса. И чего вы будете восстанавливать? В смысле, кузов запасной у нас есть, запчасти найдем. Все есть. Все есть, восстановим, не ссы. Воробей, вон вообще гений. Механики. Да, пошли, передки посмотришь, у нас есть новые, мы же другой поставим. Пошли. Татух. Я.
А ты сможешь мне дать это десятку сейчас, типа, то, что оно там в стиралке, да, это ты, ну, типа, оставишь там? Могу. И кентухи могу. Давай. Господа, могу вас перебить? Да, да, да. Можете мне более подробно объяснить, как произошел взрыв данного транспортного средства? Что было причиной? Летела ракета. Или... Ракета? Стоит такой чувак на крыше. Ёпс из базуки. Большой минус машина. Знаете, такая... Тупо с базуки бам. Хуя. Вот это вот интересная информация. Сейчас, погодите. Дайте даже блок на У вас тут достану. Появился народный мститель как-то. О, дверки открываются опять. А? Видите, да? Народный чмошник. Да? Сука, поймайте его на севере и выебать прям там где-нибудь. Дверка открылась. Поймайте его на севере и выебать где-нибудь там. Фейерверк или прям ракетница? РПГ. РПГ. Прям РПГ. Ну звук такой, знаете, вот как у фейерверка. Звук такой, а потом ёпс нахуй, да, и нет, да, машины. Да, да. Окей, пусть будет РПГ. Допустим. Окей, а как он выглядел? Как пидор в голубом трико. Белое трико. Не, ну как пидор, это и так понятно. Он поступил как пидор, это тоже факт. Короче, это... да, сине-белое трико. Чаще по крышам смотрите. А вы это, «Зелёный фонарь» фильм смотрели? А, что давным-давно. Вот, вот такой же, только синий, короче. Вот такой же, только синий-белый. Ага, я понял. Так, а он до этого был еще тут? Вот до, как раз в тех до... случаях, когда вас стреляли с ракетницы. Да-да-да-да, был. Он это нас он кошмарит, да? Уже часа два. Да. Жить не можем спокойно, так, работать не можем. Давайте сделаем таким образом. Я останусь с вами. Погнали. Спрячусь где-нибудь на крыше и буду его высматривать. Как вам такая идея? А, ну типа, смотри. Вон там. С вами главный рожон. Ну, я где-то там и сяду. Сейчас пушку свою возьму только. Да, побольше, побольше берите, ну, чтоб типа прям забери. Кровь кишки распидорасила. А у меня дрин конкретный. Во-во-во, чтоб распидорасило прям. Короче, выбрали мы передок, будем ставить, будем ремонтировать тачку, девчонки. Так я и говорю, починим. Говно вопрос. Спасибо. Это, пускай коп там берет дрын свой и садится, как ее называют-то, в засаду прям, во. Есть, ёпта, короче, калаш. Ёпта, нихера себе, бля. Офигеть, у тебя тут арсенал! Офигеть, ты посмотри на него! Слушай, у тебя тоже в тачке такой был? Нет, я думаю, что долбануло. Бля, только хотел ствол взять. Нет, это закрыли. Северная полиция в действии. А может нам тоже выдадут не, стволы, ну ты, а? Ты тачку убери-то. Тебе закинь. Убери, что здесь. Окей, без вопросов. Все, ребят, отойдите, он отъезжает будет. Проси калаш сфотаться. Долго выкидывает. Блять, да серьезно, дед? Ты откуда взялся? Что с тобой не так? Так тебя не было. Тебя тут не было. Ну конечно, ёб твою мать. Ты уже трех человек сбил, Хадсон. Где хозяин этого дома? Сейчас будем изгонять злых духов. Я подготовил сильнейший ритуал. Да-да, мы хозяева. Пойдем. Да. Ну, пошли. Травку там, трын траву нарвал, все. Нужны все. Все погнали, погнали. Хозяины, кто здесь работает? Вообще абсолютно все. Джиби, мы сейчас тут будем злых духов изгонять из-за лоска. Хочешь приехать? Спасибо за фоллоу, ребят. Да, бегу уже. Спасибо за фоллоу. Давай, давай. Ай. Нет, нет, это ремонтник. Сам-то ремонтник, мы механики. Сейчас еще JB подойдет. Значит так. Сейчас черный будет. Сейчас, подождите, еще да, черненький подойдет. Всех зовите, всех. Позвали, позвали. Надо, чтобы изгнать так, чтобы надо вообще... Надо твитнуть эту фигню. Ха-ха, вообще красава. Подождите меня тут, пожалуйста.
ждем, давай, беги скорей. Ты обратно, если что. Йоу, это, водичка есть у кого, ребят? Ну, есть. Так, значит, тут могут быть... Напишите в Твиттере, что мы изгоняем энергетических вампиров. Ага, ага. Окей. По-моему, машина двигается, ребят. Такая? В смысле? Какая тачка? Может, у меня глюки уже? Нет. Не нервируй меня так. Ну, в смысле? Она же двигалась. Ну, короче, я видел, что вот она сдвинулась с места. Да нет, я за ней, ой, перед ней стоял. Ничего не двигалось. Хадсон, это у тебя там твой ритуал? Давай, быстрее, короче, изгоняй, уже все, быстрее давай. Ну сейчас, нет, подождите, нет, на GB надо дождаться. Надо обязательно всех дождаться. Черные речи, уже все, галлюцинации начинаются. Дождите меня! Братуха, ты его черным не называй, а? Так, все, спокойно. Я в смысле шоколадный имел в виду. Ну он шоколадный, Мишка. Тоже немного обидно, слышь? Это я его могу нигером назвать. А я его так и не называл. А, окей. Так. Не, ну в натуре нормально, но это самое. Дверь открылась, хорошо. Дверь открывается. Я говорю, вы что, мне не верите, что ли? Хадсон, давай, начинай, где-то, он подъедет. Да не начинай, подожди. Нам GB нужен. Вот та дверь открывалась, вон та, вон. В офис. Она закрыта, все там нормально. Ну, она только что открывалась сама. Да вон она открывается, что, не видишь? Я вот, смотри. Я вижу. Офигеть! Тихо! Ебальники закрыли, сейчас будем... Живи, аккуратней. Живи, там дверь сама открывается, закрывается. Прикинь. Да вы пранкуете меня опять, да, наверное? Да ничего мы не будем. Да, конечно. Да, смотри на нее. Да нихера там не закрывается, ничего. Че утираете нахер? Сачи, чекайте, прикинь. Сачка, Сачка твоя, смотри! Сачка, а, мать твою, тебя. беги отсюда, нахер! Во-во-во, ребят, что за фигня началась? Ого. Прострелите ей колеса, нахер. А, вы все это видите, да? Ого. Хадсон, изгоняй нафиг. Так, тихо, нельзя так делать, вы разозлите дух. Ого, да это Оптимус Прайм, не стреляй. Я говорю, это же оп! Так. Черный. А почему ты уверен, что Оптимус Прайм? Тихо, это Оптимус Прайм, я вам отвечаю. Да, тихо, нахер, стой, а может быть это не Оптимус Прайм? А Бамблби? Да это Оптимус Прайм, это вам 100%. Автоботы прилетели к нам, чтобы защитить Землю. Это автоботы. Оптимус Прайм, заговори с нами. Погоди, черненький, Хадсон, надо начинать. У него тоже глюки. Пора, энергетические, да, пора. Вампиры провожают. Тихо, надо пыхнуть. Почему с Прайм? Если хочешь можешь приезжать в ЛСК, выходит. Оптимус, говори за мной. Из этой машины. Тебе не смущает, что Оптимус Прайм был грузовиком, нет? Оптимус Прайм, это анты или нет? Это вообще Десептикон. Кстати, да, это может быть. Это походу Десептикон. Вот та вторая, черная. Это походу дело массовый Десептикон. Психоз, короче. По полной. Нет, ребят, вы... Свечу Дэнни, взял? Дэнни, да что ты пинаешься? Серьезно. Тут машина ездила сама, без водителя, понимаешь? Ну, я знаю, поэтому я в Хадсон говорю. Оптимус Прайм, заговори со мной, сука! Заговори со... Пойдем, Хадсон. Оптимус Прайм, заговори со мной! Так, что нужно? Старый, у меня есть свечи, короче. Тибетские травы на поиске. Ты можешь закрыть ебальник, не мешай, я пытаюсь что устроить мне что-то удобное пистолетского вампира. Хули он там делает, он же сейчас разозлит. Вот, ножик нам понадобится, молодец. А, он стреляет? Успокоить. Это наёбка, это не Оптимус Прайм, он бы заговорил со мной. Оптимус Прайм это мой кореш. Это энергетический вампир, если разозлишься, пизда сразу будет. Общение, да, у северных копов вообще топовое всегда.
Ебали, говорит, закрылись. Хули вы молчите? Гвоздь или нож? Вместо появления, значит, нечисти. Вы хули молчите? Ну, машина. Алло. Мы не молчим. JB, оглох, что? Ты что, глухой? JB. JB. Я все, я слышу вас, все. Ну-ка, ёбните ему в чан разу. Вам я ответку ёбну, предупреждаю. Типа, а, во, видите, слышит все. Значит, нужно воткнуть гвоздь или нож вместо появления нечисти. Так это, ну, в машине. Пойдёмте. И в дверь. Давайте, я в машину воткну, а вы в дверь. Да. В дверь гвоздь забейте, а в машину ножик воткните. Так правильнее будет. Он же ж не нечисть, бля! Лежать, плюс сосать! Всё так близко подходит. Кент, руина, сука! Руина, сука! Нет, это... Нам здесь не нужны жертвоприношения, не нужны. Это нечисть выбрал его, энергетический вампир вселился в него. Блять, ну как так можно руинить? Отца, ты можешь отойти, пожалуйста, я подниму человека. Ой, сука. Надо его поднять, связать и привязать к этой колонии. Она поехала. Бля, надо КД на эту команду поменьше поставить будет. Чтобы не каждые 20 секунд, даже почаще. Татух, прости, а, пожалуйста, случайно. Близко подошел просто. Прости. Так вы красивый. Сказали тебе. Хватит. Красава. Сука, блядь. Ты меня поднимай. Бля, татуха, ну красавчик, удар у тебя хороший на самом деле. Ну зачем ты так с ним-то? Нихуя себе, ножом мне по яйкам. Да меня говорил, сука, ты что это Оптимус Прайм приехал, а вы мне не верили нахер. Поняли? Да, похоже, после этого нам все равно нужно будет к врачам. Так, пойдемте-ка на улицу. Алло. На улицу. Пошли. Я с Оптимусом Праймом нахер в тачке. Он говорит. Он говорит с тобой? Он не говорит со мной, но это Оптимус Прайм. Или Мегатрон. Хуй его знает. Он в рацию говорит. Он уехал. Где ты? Ща я его найду. Мы гоняем тут под мусоров. Мне нужна тачка коповская. А, сука, моя далеко. Ща. Ой, они там рофлить начали уже вообще. Я сейчас сфоткаю. Что за сраный день, а? Полностью поддерживаем. Просто сраный какой-то день. Это еще что за хер? Так мы никого и не это самое. Не избавили от духов. Но мы можем прямо сейчас. Можем собраться в треугольничек и начать ритуал. Тройничок? Ты умеешь? Ты типа ведьма? Тройничок? Ну, ритуал такой есть. Не, сейчас он не подойдет. Жаль. Оу-о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 у-
Давай, дед, мы верим в тебя. Так, гвоздь в дверь вбили. Вбили. Теперь мелом кружочек вокруг гвоздя. Мелом, ну черти. Ща нарисую. JB, мы тут продолжаем ритуал, если что. JB, что-то затих. Значит так, теперь слушайте, сам обряд. Ритуал изгнания злых духов должен проводить... Я для надежности три кружочка намалевал. Все верно сделал. Молодец. Так, должен проводить сам хозяин, значит, дома. Я тупо, собственно, или... там праймом в тачке сейчас лечу 500 место. Километров нахер. Кто хозяин? Вы все хозяин. Да-да. Я не хозяйка. Кто-то один из вас должен будет проводить обряд, один из вас кто-то. Пусть я буду. Пусть Татуха. Пусть он. Он сам, да, он самый главный. Значит, иди мой руки с мылом очень тщательно. Очень-очень тщательно. Угу. И приходи сюда. Угу, понял. Давай. Тут сортир-то у нас нет. А, не туда иду. Ща. Я в кабинете помою. Да.
Да, в толчок туда это окунись. Ага, сейчас, блядь. Мы внизу в офисе. Сейчас бы руки мыть в этом сортире, где Кент обосрался. Вы только посмотрите. Вы посмотрите, посмотрите, что Кентуха тут натворил. Даже полы все в говне. Да пофигу, что там у JB, ребят. У нас своя история. Они катаются там с Игорем, ну и что? А мы здесь духа изгоняем. Мы и так знаем, что он гоняет, ребят. Блестят, як у кота яички. А перчатки зачем одел? Это правильно. Типа, чтобы не испачкать руки? На всякий случай. Ну чё, ну чё? Да, что дальше? Значит, руки вымыл, покажи руки. Марика, блестят, как у кота яички. Что добил? Ответь честно. О, о. Тихо. Прайм. Все в порядке. Охереть! Я с Оптимусом Праймом летал сейчас. Да не мешай, Джиби, подожди. Нас обряд. Тихо, закрой ебальник. Нельзя пугать, обряд идет. Ты объясни мне, придурочник. Во, молодец. Перчатки снял. Значит, теперь нам нужно всем пройти, значит. По направлению часовой стрелки обойти все комнаты, все помещения, значит. Ебать, это много. По часовой стрелке, все вместе. Давайте, шеренгой. И значит, в это время каждый шаг ты должен через заднее, ну, через плечо кидать на пол, значит, черную фасолину. Понял? Так дай фасоли. Каждый раз, как будешь бросать фасоль, говори, значит. Фасоль бросаю. Выкупая себя и своих. Понял? Угу. Вот, держи фасоль. Понятно. Откуда начинаем? С какой комнаты? Вон, можно вот с той вот. Я с офиса начну. Начинаем со входа. Со входа начинаем. Идем по часовой стрелке. Вот так. Ебанули, вот. Ебанули, что ли? Какая нечисть? Это Оптимус Прайм, алло! Какая нечисть, это автоботы, они да не кричи, оттудова, не кричи. Они прилетели вот оттудова, чтобы спасти нас. Вы что, не понимаете, что ли? По-моему, чё? Уже... По-моему, да, все, захватили разум его. Нечего терять времени, пойдем. Погнали. Идем, каждый шаг говорим, значит. Фасоль бросаю, да себя выкупаю. Да вы чё нахер творите? Я вам говорю, это Оптимус Прайм спустился с небес, чтобы спасти нас и землю нашу. Давай, давай. Пойдем. Я даже с ним же прокатился, ну, и полетал. Давай, иди, подпрыг. Ты первый. Подпрыгни, подпрыгни. Где, что? Да, ты первый должен идти. Давай, по часовой. Давай, погнали. Давай, вот. В ту сторону, давай. За мной повторяйте. Фасоль бросаю, что-то там выкупаю. Фасоль бросаю, там выкупаю. Себя выкупаю. Да, себя выкупаю, давайте. Фасоль бросаю, ЛСК засираю, давайте. Я что-то слышу, Что ты слышишь? Да, выкупаю, засираю. Засираю. Ты вообще нахер, тупо сектанты вообще. Бросаю, бросаю. Засираю. Прямо решили, что ли, вообще нахер этот? Да. Фасоль бросаю, себя выкупаю. Фасоль бросаю, себя выкупаю. Фасоль бросаю, бросаю фасоль. Фасоль бросаю. Фасоль бросаю, себя выкупаю. ЛСК засираю. Себя выкупаю. ЛСК засираю. Бля, я не дебил, но фасоль бросаю. Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя оборачиваться назад. Не оборачиваемся.
Фасоль бросаю. Что бы с дядей ни происходило, что бы за вашей спиной ни произошло, ни в коем случае не уворачивайся. Фасоль, ничего себе вас тут слышит, блин. Фасоль бросаю себя и друзей. Фасоль, что-то там покупай. Фасоль бросаю себя, покупаю. Ты проклятый, ты умрёшь сейчас. Фасоль. Я не умру, это я вам говорю, это Оптимус Прайм. Фасоль бросаю, что-то там выкупаю. ЛСК засираю. Фасоль бросаю, себя выкупаю. Блять, фасоль бросаю. Фасоль сейчас наш салон сгорит, ну вас нахер. Нельзя оборачиваться. Пущай горит, похуй. Это пиздец, там все горит, ёпта, фасоль бросай, бегом. Бросай фасоль. Засирай. Бросай, засирай. Бросай фасоль. Себя выкупаем и сгорим, ребят. Да похую, бросай фасоль, главное. Фасоль, бросай себя, выкупаю. Да-да, в ту комнату тоже надо идти, нельзя ее пропустить, вы что? Фасоль, бросай себя, выкупаю. Фасоль, бросаю себя, выкупаю. Это же дверь, это же место появления. Фасоль, бросаю себя, выкупаю. Фасоль, бросаю себя, выкупаю. Самая важная часть этого обряда. Слушайте внимательно. Бля, не смотрите туда, ребят, не надо. Вам следует сказать 9 раз очень громко. И властным таким, знаешь, как по-хозяйски, да не голосом нужно сказать. Запоминай. Духи, повелеваю вам покинуть это место. Давай. Духи, повелеваю вам покинуть это место. Не оборачивайтесь. Давайте, так, повторяйте за мной. Как командир. Духи, повелеваю вам покинуть это место. Давайте. Духи, повелеваю покинуть это место. Йоу. Теперь, значит, необходимо окурить это помещение можжевельником. Значит, разжечь огонь и бросить в него сухой можжевельник. Короче, сначала раскуриваем можжевельник, потом разводим огонь, и в огне потом все это сжигаем. Да, дернешь, передавай можжевельник по кругу. Окурить надо. Пошел. Я не могу курить можжевельник. В смысле не можешь? Надо? Все могут курить можжевельник. Я не могу курить можжевельник. Как? Да все его могут курить. Можешь. Затягивайся. Мы на тебя подышим. Давай. Вдыхай. Дернул, передай другому. Все помещение нужно курить можжевельник. Главное правило можжевельника — дернул, передай другому. Бля, святой косяк нас спасен. Хорош можжевельник. Клэр, ну-ка давай. Слушайте, огни пропадают. Я вот вдыхаю. Сработало почти, видимо. Смотри, пропадают. Чё-то не можжевельником пахнет. Пусть в этот дым уйдёт всё плохое. Тёмное колдовское. Болезнь колдовского. Проклятие, невезение, несчастье. И навсегда покинет это место. Так, чё, как проверить? Ну, в смысле, тут он, нет? Походу... Автоботы! Получилось! Будем надеяться, что никакая нечисть больше не потревожит это место. Я вам отвечаю, это Оптимус Прайм был. Ага. Главное, затягивайся сильней. Слушайте, ну вроде значит, пропало все. Теперь, так как все мы здесь вместе собрались, у меня для вас есть одна великолепная новость. Это был мой небольшой секрет, который я держал уже много дней в себе. Но теперь я могу вам рассказать о нем, потому что я все обдумал и решил. Не успел найти губернатора. Дед, я знаю, что ты гей, дед, я знаю. Не рассказывать никому. Я никому не скажу. Не успел поговорить с губернатором об этом, но вам скажу, с этого момента я объявляю об открытии своей книги рекордов Хадсона. За каждый побитый рекорд
будет большое денежное вознаграждение. Да-да-да, он сегодня с утра говорил. И что за рекорды? Я уже установил первый рекорд, это рекорд скорости, 426 км в час. Это зафиксированный рекорд, значит. О, дашь мне свой буллет, я сейчас попробую больше дать. Конечно, конечно, да. Попробуйте, значит, придумывать свои рекорды, устанавливать, значит. И мы будем пытаться их побивать за каждый побитый рекорд. Рекорд хренового дня, приз. Можно меня сразу туда записать? Нет, ну нормальные рекорды, чтобы интересно было побивать. Я бы рекорд просто поставила и перебивала каждый раз. А, у меня есть запись со старого ЛСК, где я с одного удара выберу. Деда, я, кажется, побил твой рекорд. Я с палета Б сюда доехал за одну секунду с Оптимусом Праймом. Ровно за одну. У меня фотки есть. Не, это должно быть зафиксировано, это должно быть фотки на дороге. Есть. На дороге должно быть, а не по воздуху. Ладно, Пунгер. Не прокатил твой рекорд. Давай. Ну что, есть у кого какие рекорды, кто может похвастаться особыми умениями, там я не знаю. Вырубаю с одного удара, есть видеозапись с ЛСК. Нет, я вырубаю всегда с одного удара, прям всегда и любого. А у тебя есть запись? Да, у меня есть свидетели полгорода. И записи есть тоже, да. Нужна кукла. Это не рекорд, придурки. Да? Ну ладно. Могу показать, смотри, Кент, примешь удар? Ну а чё сразу я-то примешь удар? Ну ладно. Что, сразу... Ну чё, рекорды есть у кого какие? У меня нет рекордов. Ну, можно посоревноваться в том, кто больше, значит, бутылки засунет, значит, его рот. А я могу рекорд по отсидке. Отсидки рекорд у меня. Какой рекорд по отсидке? Ну-ка. Ну, больше 20 лет. В смысле? А как это можно доказать? Ну, у меня в этом даже написано. Какой в федералке сидел, ёпта, в деле написано. Да. Ну, это тоже не очень хороший рекорд. Надо добрый, хороший рекорд. Угу. Да. А я могу больше всех косяков выкурить. Хороший, добрый рекорд. Я посоревнуюсь с тобой. Кто будет скорость рекорд бить? Я, поехали. Не, я поехал отдыхать, мне хватит. Так, погоди, только ты один в машине ехал, да, когда этот рекорд ставил, дед. Еще, на самом деле. Я тебе открою тайну. Можешь мне довезти, а то у меня же машины нет. А у меня тут у тоже меня машины нет. Я довезет. Ладно, давайте, парни, девчонки, все. Всем удачи, пока. Угу, давай. Снов. Йоу, красавчик. Машинка. Сейчас покурим, возьмем другую машинку. Давай, спокойной ночи. Ага, спокойной. Что сделал? Перекурю, говорю. В телефоне полазю. А, хорошо. Сейчас я покурю, ребят. Ту-т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 у
Короче, завтра тачку тебе в гараж доставим, сегодня сделаем за ночь все. Ага. Ну, если сможете, конечно. Если там есть чего устанавливать. Да, сможем. Ручки-то золотые. Тебя куда? Да, мне... Мне в гараж за мотоцикл.
Короче, сейчас я на команду восклицательный знак Кент поставлю КД не 20 секунд, а 10. Готово. Готово, 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 готово. Йоу, Татух, ты еще тут? Да, тут. Ну чё, чё-то мутить будем или нет? Ну слушай, чё-то стрёмно это самое. Да и все спать пошли. Получается, я да ты, да мы с тобой. Я ещё тут, алё. А, ну и братишка наш. Переодеться бы надо, а то костюм уже пропах этим можжевельником. Томатный сок пролила, неосторожная какая. Врайт по-инглиш, бат, русские слова. Спасибо за фоллоу, ребят. Так, мне нужна машина, мне нужно доехать до дома. Бля, я этого мужика в трико в машину. Опа. Сбил. Ему похеру было. Да ему кажется вообще на все похеру. Он Супермен, я же сказал. Да это комиксы, ты ж не GB. Слышите, если там это, сиреневая рядом с вами. Опа, опа. Машина ее починилась, и она уезжает. А, не, глючит меня, не уезжает. Или уезжает. Или не уезжает. Не глючит ни хера тебя. Медика. Ебануться не встать. Я пролил томатный сок. Нет медиков. Сука, это злой дух уехал. 100%. Да нормально, нормально, поскользнулся просто. Все нормально. Все хорошо. Слушай, ну что-то это... Может это глюки реально? Массовый психоз? Может кто газ выпустил какой? Я смотрел, да, короче, Бэтмена, там это... Там это, был чувак, газ пускал. Смотрел, смотрел такой фильм? Типа, все срались там, типа. Ну в смысле? Да ты... Да это фильм, это сказка. Ну все херня. Хуяска, а РПГ в лицо, это что, тоже сказка, что ли? Ну вот это не сказка, вот этого хера мы точно найдем. И машины сами ездят, да? А вот это вот хуйня какая-то. Так я и говорю, Бэтмен смотрел, газ там распыляли. Все боялись, страхи пробуждались. Поехали, твою тачку возьмем. Отвези-ка меня лучше это... куда-нибудь. Ну давай это. Не-не-не. До дому, до хаты, надо переодеться. Твоя ж вроде тут, да? Где-то. Угу, справа. Вот. Вот он дом слева мой. Я его вышел, что ли? Ага, ништяк, всё. Спасибо. Тебя ждать, да? Да не, я на своей поеду. А куда рванем? Сейчас подумаем. Да, Игорек поднял, конечно. А кто еще может поднять? Можно в больничку здоровье подлечить. Может, к психологу? Давай. Я вчера был на приеме, пока вы на горе были. Мне кажется, нам надо сходить на прием. Жду тебя в больничке. Угу. А сколько времени-то?
1:28. Что-то все рано сегодня спать пошли. Ну в смысле, блядь? Еду в больничку. Ищи пока психолога. Записывай нас на прием обоих. Или психиатра, похер у кого. Психолог тут. Йоу, братишка, я тебе так моток не починился. Да. Даже не пробуйте вот эти рекорды, деда нахер, вот эти 400 километров, вот эти нахуй надо. Почему? Ну, не надо. Плохо все кончается обычно. Ну так-то да, скорость почти самолетная. Ну вот я сейчас взлетел. Подкрылки успел открыть? Че, идем, нет? Тачку девочки взорвал, копы приехали, там все поснимали, вся фигня, короче, вообще хана. Вон, аудюха твоя двигается. Слушай, у тебя классный мотор. Да нет, ты че? Тогда нам пора к медикам, видимо. Да, да, кстати, машина психолога вот стоит здесь. Черная, что ли? Да, но она внутри, да, психолог. Я ее часто ремонтирую. Да, вот мы к ней приехали, что-то нам... Бля, надо, наверное, психолога. Нехорошо нам, да. У нас, короче, там злые духи, короче, вся хуйня, не знаю. Охренеть. А вы что, потом куда, да, в мастерскую, да, поедете, нет? Ну, мы пока тут будем, в больничке. Понял. Ну, а дальше, да, наверное, в мастерскую. Саны, может кто забрать по-братски тут под казино? Окей. А хотя, ладно, не надо. Буду пытаться поднять эту хрень. Да, это, типа, поспи немного и нормально будет. Я и могу смс-ку накатать. Да сейчас зайдем. Да, всем, ребят, привет. Доброй ночи. 1:30 уже. Кого не видел. Так, подожди. Сейчас, секунду. Ты пока ищи ее. Что-то у меня телефон разряжается. Хотя не должен. Странно. Ну алло. Да что за херня-то? О. Зарядка пошла и пропала, короче. О, о, нормально. Я спать когда? Да пока не собираюсь. О, в смысле? Крыса? Крыса бегает, смотри. Давай, может ее со ствола мочнуть? Я не получается ее ударить нормально. Ногой не попадает. Давай, давай, с тайзера. Вон она, за тебя, бежит. Мы еще с тайзера попытаемся. Давай, кто давай, мочи! Крысу вообще нельзя убить в этой игре. Бля, она вообще неубиваемая. Элит, ты где? Я попал в нее, но ей посрать. Элис, ты крыс боишься? Не бойся, я тебя защищать буду. Я в нее второй раз попал, а ей похеру. Я могу со ствола ее мочкануть в натуре. Но это ствол.
Татуха, ты на связи? Прием, рация. Сейчас, да, мы в больнице крысу ловим. Сука, пропала крыса, убежала. Опа! О, ты сможешь убежала, в норку, блин. Которая там, ну ты понял. А чё, прямо сейчас надо? Ну, ой, мужик, ты чё? Вставай, вставай, да, помоги, смогу, смогу. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Смогу, смогу. Давай, я тебе положу лежать, сюда. Положи, ложись, 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 ложись. В смысле, давай. Алена зашла? Вот так, а, ну да. Господи. Это, скорее всего, она, да. Да я почти её завалил. Чувак. Слезай, солнышко, давай, давай, я сниму тебя. А, она там всё ещё бегает. Где? Я слышу её. Может, она в коридоре бегает? Крыса, я не слезу, пока она здесь. Нету ее. Почему? Обещали же обработать помещение от крыс. Хочешь, я ее стволом своим, смотри какой. Оп, нигер, большой черный ствол. Только на меня не целься, пожалуйста, это как-то, я ж не крыса. Я ее слышу, но не вижу. Я тоже ее слышу. Вообще хана сегодня. Я завалил. Иди, мужик, крысу. Ложись, давай я тебе помогу. Давай, давай, дай давай, вот давай, здесь. Ложись, ложись. Да подождите. Оп, я помогу, помогу. Нихуя себе. Ну, давай, нормально. Давай, че ты. Вставай, вставай, че на полу лежишь? Да я встречу крысу здесь. Давай, нигер. Хочу следующей жизни быть крысой из GTA, бессмертные непробиваемые. Не надо тут как рабу лежать. Давай, вставай, нормально ложись. Медицина работает. Здрасте, а что там происходит? Тут крыса, крыса бегает. У нас тут крысы. О, сможете пластырь отлить побрать? Это фиксики! А вы обещаете, что не будет души. Крыс? Я на руки возьму, вы мне на руках вас будете... Души, брать, души фиксика, дед! Пойдемте, вот так. Пойдемте. Куда, куда? Вам? Куда нести? Да сюда, нормально. Вот, куда все, сажаю пластырь? На койку. На бров, что не видно, что я разбил. Прием, черненький, на рекордами свет. Этого деда нахер. В больнице фиксики завелись, их надо морить. Морить фиксиков, да. Вам... Фиксики, фиксики. Во-во-во, бежит! Вон, бежит фиксик. Туши его! Туши его, дед! Вот около меня! Туши, дед, туши! Туши, вот он! Дед, мочи ее! Давай! Туши! Дробовик, бери! Мочи его! Дробовиком... Фиксик, один помер, похоже. Все, помер фиксик. Где он? Все нормально, разобрались. Я это огонь фиксиков заморил. Под мозели то. Йо, можешь хуя выкрыться. Меня тоже подло. Под базой. Джерри, ты. Миссис Фостер. Да, тут Фостер, я так. Ну, подкинь воды, пожалуйста. Все. Пинь. Что у вас? Пластырь наклеить на коленку. А, ну. Поднимайте штаны. Спасибо, да. Спасибо. Блин. Опять это... Ну, серьёзно. Опять фиксик? Какая крыса? А чё? Ну, тут недопонимание дошло. Давайте штаны сниму, мадемуазель. Конечно, для вас хоть это. Штаны снимать не надо. Успокойтесь, я просила лишь поднять штанину для того, чтобы наклеила я вам. Давайте подниму, ладно. Ой-ой. Может, я лучше буду наверху стоять, а вы внизу? Давайте. А фиксики? Только штаны не снимайте. Понял. Поднял штаны. Ну, давайте. Вон фиксик, вон около шкафа, Джиби, сзади тебя. Пойдет? Вон он, и фиксик. Ага, остался такой. Ну, отлично. Спасибо большое. Опа! Джиби попал. Да ёл, перестаньте в неё стрелять, ёл. Блять! Нет, сука. Вы как, ребят? Сука. Так, как пойдем хорошо. Сука, не берет. Слишком бодро. Вдвоем-то.
Вот она валяется, сука, меня вышли. Вон она в коридоре, дохлая. Так, подождите, теперь мне нужно... Спасибо за фоллоу. Хватит, она уже это, все. Хватит. Ёб твою мать. Это... Кто меня ушатал, сука? Кореш, кореш, я подниму тебя, Джерри, давай. Кто меня ушатал? Это я, Джиби, случайно, извини. Джерри, так, Джерри, пойдем. Ёпта мать. Ай, я случайно, блин, тоже, сори. Помогите. Томатный сок проливается. Томатный сок пролил. Коль ты под прицел-то полез, блин. Сок томатный. Кореш под прицел, блин, полез. Ну вообще, блин. Мне кажется, вы какие-то мазохисты немного. Да, это Элли, слушай, мы тебе на прием пришли вообще записаться. Не-не. Дядя, погнали нам теперь наклеишь по пластырю, блин. В смысле, мы не первые, что ли? Нет, вы не первые. Мне кажется, здесь с вашей психикой все хорошо, и вам надо в полицию обращаться. Да. Я говорил, газ пустили, а ты мне не верил. Наклей пластырь. Ёпта, ну ты чё? А где дед? А куда дед делся? Тесты прикольные. Так она говорит, нормально все. Здоровы мы. Да не, ну тупо тесты пройти. Тесты? Тесты можно. А дорогу мне таблеточек, пожалуйста. Ну, я вчера проходил. Дед, ну шо, поехали, дед? Да давно пора, я не знаю, с чего тут фиксиков ловить. Ты ща мне таблеточек дадут за дорогу? Сука, фиксиков, спасибо. Блядь. Я поехал рекорд ставить. Поехали, дед. Йоу, Элис, так, ну чё, сделаем прием. Проведёшь татухи тесты? Да, ради бога могу. Это Стивен, похер. Записаться надо. Давайте запишемся, давайте. А вы сейчас хотите или попозже? Если, да, если, да. Не, если у вас кончается рабочий день, то можно и на следующий день я записаться. Я так понял, у вас там палата закрыта, я здесь прилягу. Можно и сейчас? Да вот кушетка можно есть, сейчас? Чувак, что ты будешь? Давай, помогу, вставай на кушетку. Давай, давай. Да, блядь. Ну, давайте, давайте. Давай, тогда... давай, на кушетку сюда. Что, что опять плохо? Чего вы встали-то? Оп-оп-оп, давай тут ложись. Да не падай почти, ты, давай, почти. Давай, давай. Оп-оп, вот так и лежи, отдыхай. Говорили же, не пользоваться рэгдолом. Всё, красава. И не будет проблем. Я это хотел похоронить Джерри, мишку, которую вы убили. О, господи. Дёргайтесь, пожалуйста, лежите и Элис. Спокойно и отдыхайте. Да. А у тебя есть сеансы групповой терапии? Вы хотите вместе? Ну я так-то не против. У меня просто вчера были групповые сеансы двух мужчин, и знаете ли. Так, сейчас. Я не буду их называть. Не-не-не-не, я по девочкам в натуре, что ты за намёки-то? Ну, просто вы сказали, что групповые, и... Да. Слушай, о чем ты вообще там думаешь, групповые? Чуть сказать тебе групповые, ты думаешь, мы тут групповушку хотим устроить, а? Ну, нет, нет, просто у них были проблемы в отношениях, и я думаю, мало ли, может, у вас тоже. Да у нас что за проблемы в отношениях? В рожу дали разок друг другу, и все нормально, да-да тут? Ему встать и лечь в другое место? Чувак, да ты достал уже, вставай, вставай, вставай. На кушетке, че вы? Да, все нормально, он на кушетке лежит. Ему хорошо. Давай, давай, я тебе помогу. Давай. Опа, вот так. Все, ладно, откисаю. Что-то неспокойный пациент у вас, а? Так, ладно, давайте тогда. Если что, зовите, если будет плохо. Вы комфортно лежите? Или вас надо поправить? Мисс, оставьте лучше номер телефона, я вам позвоню.
Нет, нет, я говорила, я с пациентами не встречаюсь. Так я же не встречаться, я позвоню там насчет помощи, блять. Что за кушетка? А, если так, хорошо, сейчас. Ха, в натуре развел. 48603 номер. Если будет плохо, то черканите. Ну, так что, вы идете на сеанс? Да, я готов. Ну, пойдем. В смысле, в морг? Нет, давай в кабинет-то его. Ну чё, в морг-то, боишься? Ёпта. Ну ладно. Дай ну пень этот хорошо. Морг. Ладно, хорошо. Это просто мой кабинет. Чем вам не нравится мой кабинет? Я понял, психолог в морге работает, ёпта. Не, там в кабинете так-то хорошо, красиво. Ты еще не слышал мой гудок на машине. Я, кажется, уже знаю какой. Нет. Не, это мой гудок. А у нее тон-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 тон. Роковая женщина. Изи, угадал. Нет, так-то я могу и подождать там чуть вдалеке, если вы там, типа, надо будет наедине тесты проводить. А если хотим, можем и групповую терапию замутить сейчас втроем. Записывай, пригодится. Да, я потом запишу. 68-43. Рыжий врач. Или психолог. Йоу, ну татуха, скажи, это ж круче, чем сидеть вот это между трупликов. Ну так-то тут поэлитнее. Поэлитнее кабинетик-то. Компов да, сколько? Ну, устраивайтесь поудобнее. Ага. Я на полу сидел вообще. А я на край стола сяду. Я готов. Вас конкретно что-то беспокоит, или вы просто хотите пройти тест на... Да, блядь, мерещится всякая херня. Да, короче, супермены, короче, духи. Начали двери открываться. Да нет, супермены это такое. Это чувак, мы его найдем. Мы ему еще вломим. Короче, начали двери просто так открываться. Приехал Хадсон, начал духов изгонять. Мы, короче, ходили по часовой стрелке по всему дому. Кидали какие-то семечки черные. Короче. Фасоль. Типа, изгоняю зова... Фасоль черный. Фасоль кидаю, короче, там что-то смотрю, ЛСК засираю. А там огни посреди... Да. Огни посреди ЛСК зажглись, тупо костры. Там вообще огонь был. Ух, машина сама ездила, ага. Прикинь. Ага, двери открывались. Ёпта. Двери открывались, так, да все видели. Подождите, это видели все. Так, может быть, на самом деле вам это не показалось и с психикой все же все нормально, а... Ну проведи тест. Я же тебе говорю, газ пустили. Он мне не верит. Он типа как в Бэтмене говорит, газ пустили. Всем что-то мерещится. Да. Стопудово. Так и было. Но я на тест все равно готов. Угу. Мало ли что. Может, я неуравновешенный? Может, мне вообще механикой работать да, нельзя? Да, нормальный ты. Хорошо, давайте тогда как бы нам так поступить. Я буду вам задавать вопрос, а вы будете по очереди отвечать. Только, ну, вы понимаете, вы должны отвечать то, что думаете вы, не смотреть на партнера. Угу, не проблема. Татуха, хорошо. Вернись. Зачем? А какое у вас обычно настроение? Я имею в виду не сейчас, не сегодня, не в данный момент, а обычно. Кто отвечает? Приподнятое, сниженное, здесь вариант есть. Приподнятое, сниженное и нормальное. Если я отвечаю первый, то нормальное. Да, отвечай первый. Ну, типа, приподнятая в натуре. А чё ходить грустным? Травки выкурил, вообще такой, на кайфе ходит. Хорошо. Следующий тогда вопрос. Особенности вашего эмоционального состояния в целом. Отсутствие каких-либо изменений в сфере эмоций и чувств. Второе. Присутствует активное желание действовать.
И третье, преобладает чувство страха. Угу, угу. Второй вариант скорее, да. Мне он ближе. Не, ну в натуре надо что-то мутить, что-то, что просто так тусить. Да не успеете вы из чата отвечать, у вас задержка идет. Активно вообще, я такой активный, ты себе даже не представляешь, я как заактивничаю, ха-ха, вообще. Хорошо, хорошо. Следующий вопрос, кому нужно сообщить о встрече с инопланетянами? О, есть? Пистолету. Подождите, есть варианты ответов? Снять это все на телефон и выложить на YouTube. А второе, обзвонить все газеты. Третье, позвонить в полицию, заодно в скорую, пожарным. И четвертое, лечащему врачу. Угу. Ну, я бы сначала снял и выложил на YouTube, а потом бы приехал к лечащему врачу. Да, я бы тоже, наверное, не. Ну, типа, я бы ствол достал такой, иди сюда, говно. Такого варианта ответа не было, слышь. Ты не жульничай. Не, ну так, ну я бы, блин, ну давайте да, все-таки наверное. Выберем что-то одно. Окей, окей, как одно, бы это, не, ну, заработок. Я к тебе пригнал. Не-не-не, заработок на Ютубе важней. К психологу сходим потом. Не, хорошо. Не. А тогда один отвечает на, выложит на YouTube, а второй в лечащем врачу. Угу. Ага, ага. Следующий вопрос. Что бы вы выбрали? Убить себя, чтобы спасти жизни других, или убить других, чтобы спасти свою жизнь? А сколько других? Ну, давайте предположим. А, вопрос сразу такой. Не, ну так-то надо оценивать. Не, ну слушай, человек. А друзей надо убивать? 5 человек. Или кого-то вообще левого? Да-да-да, а что за люди? Ну, откуда они там? Неважно, неважно. Да, ну, мочкануть можете... людей. Если не важно, пускай дохнут. Не жалко. А если это друзья? А вот это другой разговор. Бля, ну тут думать надо, ну тут пиздец, да, вообще. Я слушай, даже 5, не знаю. 5 нет. Друзей. Ну тогда тут понятно, придется жертвовать собой. Как же иначе? Ну да, за друзей я, бля, все, пойду вперед. А если, например, это не друзья, а женщины? Одна? Все 5 женщин. Красивые? Бля, да к стенке и все. Подожди, не перебивай. Красивые женщины? Ну, на вкус и цвет всякие. Окей. Есть и красивые, есть и нет. Окей, толстые? Есть и толстые, есть и худые. Пускай сдохнут, раз толстые. А худые? Ну, 3 толстых, 2 худые. И чё дальше? Ну, здесь худые не виноваты. Но, как бы, судьба такая. Рядом с толстыми поводишься. И всё. А если женщины и дети? А женщины толстые? Бля, ну ты засыпаешь прям. Ну, мне интересно узнать. А сколько детей? Например, 3 ребенка и 2 женщины. А дети нормальные или вот такие вот, знаете, вот прям, что аж... Как мы. Маленькие. Как... Грудные. Не, я... А, грудные, да? Грудные. Угу. А чьи дети? Их дети? Ну, конечно. Угу, угу. Трое, говорите. Тут ну, ладно, толстые, ладно. Ради... Не, не, заткнись. Ради детей я умру. Хер с ним. А ты, Фин? Ну не, ну детей убивать нельзя, да. Да-да, жестоко, жестоко. Дети ни при чем, они не соображают. Это как котёнок. Вот если бы это были пиздюки 10-летние, которые бесят меня постоянно, тогда бы вообще не задумываясь. Но грудничков как бы не. Жалко, жалко, да. Да. А почему вас бесят 10-летние дети? А потому что они жутко невоспитанные. Мамы у них толстые, и они такие же дебилы. Не воспитывают, везде орут, сопли оставляют, пачкают своими ногами грязными. И вообще, вот. При моей молодости такого не было. Во. Хорошо. Ну вообще они меня не бесят. Меня их мама бесит. Толстые. Толстые. Жена ненавистник, что ли? Я похож? Ну, вы говорите о том, что вас бесит женщина.
Нет, я сказал, их мамы тупые, которые не могут воспитать своих детей. А, вот эти, я ж мать. Да, даже есть там в Фейсбуке группы да, там. Да, вот эти вообще бесят, убил бы вообще, такая идет, такая, я же мать, и, типа, ты тут вообще подвинься, нигер, убил бы ее вообще, хана. Такие наглые, блин, типа, все должны им. Нифига я ей не должен, ёшкин ты налево. Хорошо, я вас поняла. Следующий вопрос. Было ли у вас чувство, что вы не можете различить, сон это или реальность? Да, было. Не, я столько не курю. Да, у меня не по накурке такое было. Афин, а тогда расскажите подробнее, что вы не могли различить? Ну типа встаю такой, иду. Так, оп, а что-то такое, то ли провал, то ли еще что-то в памяти. Ну, как будто вообще во сне все, и как будто знаю, что будет. А, вообще хана. Ты можжевельник поджигал перед этим? Не, нифига, 3 дня не пыхал. Что-то наподобие дежавю? Ну да. Только покруче. Типа реально знал, что будет. После пробы опиума у меня все нормально было. Ничего не знаю. Ну и следующая часть теоретическая закончилась. У нас осталась визуальная часть. Вы играли когда-нибудь в крокодила? Да. Это когда, ну я на всякий случай объясню правила. Здесь нет правильных ответов, единственное отличие от крокодила. Я вам покажу действия, вы должны будете описывать по очереди, что вы видите в этом действии, возможно, как-то охарактеризовать его. Сейчас, секундочку, я так подготовлюсь. Ага. Мать его, театр. Шарады. Ну что, вы готовы? Ага. Ну, да я всегда готов, ты же знаешь. Смерть зовет на тот свет. Иди, говорит, сюда. Иди. Зажился ты на этом свете, падла. Подыхать тебе пора. Вот что я вижу. Фин, что видите вы? Девушку красивую. Включи воображалку-то. Рыженькую. Ёпта. Ну ты. Не знаю, как будто отдаешь что-то, даешь типа что-то. Не знаю, вот даешь и все. Или забирает. Жизнь, говорит, забираю. Иди типа, сюда. Благословляет. Иди сюда, знаю, говорит. Типа, вот типа знаешь такую. Да не, ладно, наоборот. Хорошо. Тогда перейдем к следующему. Ну, наблюдайте. Угу. Муж убил жену. Это типа чувак после преступления. Да. Чё мутить? Во. Муха. Пора, короче, на въёба. А чё делать? Чеканам очканул. Не, он жену убил, короче, и такой, ёпты, чё я сделал, куда бежать? Бля, ты точно ненавистник. Да чё сразу же ненавистник? Толстую жену убил. Да, а за углом смерть стоит, ждёт. Сука. Вообще театр. Ну да, типа на месте преступления. Так, на этом тест в принципе подошел к концу. Давайте так, я сейчас вам никакие результаты говорить не буду. Мы встретимся завтра с вами. Я их проанализирую еще раз и вам сообщим. Хорошо. Вообще красава. Ребят, давайте, или вы тут собрались ночевать? Ну вы нас не выгоняете, да, мы и сидим.
Мать твою! А, споткнулся. Что случилось? Под ноги споткнулся. Можжевельник перекурил. Я засмотрелся, обернулся. Че, лифт не чинит-то у вас? Фу, все разнесли, господи. И томатный сок пролит. Опа. Смотрите-ка, танка уже. Ну-ка, отойди, отойди. Не, не двигается, тяжелая. Пустим человек. А, вон он. Спасибо за фоллоу, ребят. Никак не сдвинуть, да? Да-да, тяжелая. С тем, чем я хочу заниматься всю свою жизнь... Здравствуйте. Бонжур, бонжур. Так вот, о чем это я? Последние несколько лет... А что это она типа ругнулась, что ли? Пожалуйста, заткнитесь. Спасибо. А, ну еще нигера затыкает, йоу. Я вообще-то тут разговариваю, какая разница какого цвета, я просто разговариваю, а вы меня перебиваете, понимаете? Тебе что, мой цвет не нравится? Ты расистка, да, в натуре? Ты совсем больной на голову, что ли? Я сказала, что я тебя ненавижу, я сказала, что мне не нравится твой цвет. Ну, сейчас ты сказала, что ты меня ненавидишь, йоу. Это был вопрос. Фин, пожалуйста. Все хорошо. Окей. Она коп, типа, белый. Она коп да белый. Нет, она работает у нас. Нормально все. А она судмедэксперт, ёпта, я ж знаю. Можете, пожалуйста, не знаю, или отойти разговаривать на какую-то свою тему, потому что у нас тут вообще-то диалог был, а вы пришли и начали нас перебивать. Спасибо. Так вот, последние несколько лет, которые я проучил... О, Лисапет. Она коп, я знаю. А это не тот, на котором GB катался? У меня такой же был. В смысле, есть. Это судмедэксперт, девушка как капитана полиции. Ну и чё, завтра типа в натуре узнаем, психи мы или нет. Ну да, да. Мне кажется, ты мне скажешь, что я маньяк. Бля, я крышу не опустил, салон намок, ну ёпта. Высушишь в ЛСК. Бля. Бля, ну штаны еще намочил, ой. Штаны намочил. Так, сейчас сек. One moment. Понятно, кто капитан не дает. Во-во-во. Я и говорю. Ой, это что такое? Так. Ну что-то сегодня, да, рановато все спать пошли. Вчера до 4 катались. Игорь вышел. Алёна только есть. Ой, что-то особо нет никого. Блин. Спать, что ли? Ну, в смысле, может и не спать, конечно. Можно воду посмотреть. Но, по ходу дела, стрим уже надо заканчивать. Потому что на серваке практически никого не осталось. Давай, Мрамер, спокойной ночи. Я думаю, мы, наверное, скоро тоже будем закругляться. Потому что, ну, уже все. Сервер пустой. Ну, там есть человек 13 где-то. Но они все занимаются там своими делами. Ебать она.
кто дерется-то? Красава, красава. Да чё он боковал-то? Я уж помочь хотел. Гоф-парк на BMX. Да не, ребят, ну это же не интересно. Финтов никаких не поделаешь. Тупо по кругу ездить. Да и какой из меня BMX-ер? В конце концов. Куда поехал-то? Не туда поехал. Ёб ты мать, машина вообще не останавливается. Пипец. В дождь вообще машины никакие. Да не с кем гоняться-то. Вдвоем с Воробьем, что ли, гоняться? Ну, ребят, это ж неинтересно. Все спать пошли. Ева спать пошла. Игоря нет, Кент ушел. Шульц сегодня не заходила. JB там занимается своими рекордами какими-то. Поэтому сегодня достаточно тихо все прошло. Ну, Игорек нам, конечно, ивентов сегодня подкинул так знатно. И с Суперменом, и с Духом. Говорили, крипы всего немного было. Я только один видел, про блогера-парашютиста. А сейф на 24 часа идет. Поглядим. Чего сейф на 24 часа? А, ты крипы имеешь в виду? Давай посмотрим, что там есть. Сейчас. Так, как нам? Надо выбрать, допустим, вот этот канал. Выбрать GTA, клипы. Да, набирающий популярность, если только посмотреть. Сейчас посмотрим. Да нет, тут в основном клипы из разряда «Кто-нибудь с крыши падает». Тут их штук 5 всего. Особо нет ничего. Йоу, татуха, я, короче, тоже пойду уже, посплю. Давай, давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ограбление нам заруинил Игорь наш. Ну да, есть немножко. Но зато, да, порофлили. В принципе, движух была. Так, сейчас я на минутку отойду, пойду что-нибудь пожевать возьму. И приду. Потрепимся, посидим. Сейчас. Да, татуху он один раз подстрелил из ракеты. Ну, мы сейчас посмотрим, сейчас сяк. Самсон. Где-то там мертвый что-то валяется. JB что делает? JB. А, они с дедом там развлекаются.
чё тебе этот парк-то нужен? Там нет ничего. Парк как парк. Чё там смотреть-то? Да у деда всегда есть какой-нибудь движ. С JB и без JB. Ну вот видишь, как совпадает. Татуха, ты на связи, прием. Ага. Подъезжай в кубический парк, тут хана. Ща. Не дали спокойно повутировать в кроватке. В смысле, какой, блядь, кроватке? Я же за компом. Котлетку съесть не дали. Ой, ебать, что с дедом? Гонщик, короче, обиделся, рекорд не смог побить и уработал деда. Кто? Гонщик. А, вот оно что. Да, тупо уработал деда нахер вообще. Ну вообще, это статья. Он панчменом, тупо с одной плюхи, прикинь, утушил его. Это статья. Кстати, зацени тачку деда, нереально, да, он чё? Да, хороша. Пацан, давайте в больницу. У него челюсть вставную выбил нахер, походу. Ну, я все равно здесь подождем, вам ага, ничего спасибо. Не осмотрю. Пойдемте, присядем в машину, я вас отвезу. Давай, дед, мы подвезем твои тачки к больнице сейчас. Я бы на месте гонщика в больницу не ехал бы. Да похер. Ну давайте. Давайте, расскажите, как там Хадсон. А ты куда? Да я, наверное, подремать пойду. Давай, давай. А то что-то все уже подустал. Так, сейчас я тогда отойду на 3 минутки, мы что-нибудь придумаем, может клипаны какие-нибудь посмотрим, или в принципе, если хотите, можно перекинуть на JB, у него там экшен, да в принципе и так уже все ушли, поэтому, наверное, всем спокойной ночи, спасибо, что смотрели, спасибо, что нажимали follow, подписывались. Вот, завтра, я думаю, с утреца, наверное, подключу. Может, часов в 11. В GTA, не GTA, не знаю. Может, какую-нибудь игрушку запустить, потому что с утра все равно никого нету на серваке. Вот. Так. И мы с вами сейчас пойдемте, знаете, куда? Мы пойдем на очень веселого человека. Зовут его Хадсон. Передавайте привет от Шнума. Вот. Ну, короче, туда-сюда.